Сьогодні у програмі «Ревізор в Ужгороді». Зараз я вам все покажу. Ау, люди. Тут програма «Ревізор» прийшла. А що ж у мене двері закривається? Подождіть. Що відбувається? Що це таке? Що туристи по всій країні ікнули. Ви претензії маєте людям? Много у вас тараканов? Я з цим не можу вмирати. Таким же і прибити може. Ой-ой-ой. Видите, вы видите всегда изъяны. А мне вот нравится. Последний человек смотался с кухни. Ужгородский замок сдан без боя. Та не пропустіть. Чи пройде один з найдорожчих ресторанів міста перевірку столичним сомельє? Было допущено несколько ошибок. Ошибки мы всегда берем на себя. Вынесли немножко более дорогое вино, чем то, которое заказал я. Но это еще не все. Ужгород – найменший за кількістю населення обласний центр країни. Тут проживає лише 115 тисяч мешканців. А назване місто на честь річки Уж – це найчистіша річка України. Унікальна тим, що тут водиться дика форель, занесена до Червоної книги. Візитівка ж міста – Ужгородський замок. Єдина в Україні фортеця, ніколи і ніким не завойована. А ще в Ужгороді найдовша у Європі – майже 2 кілометри липова алея. Втім, ревізор приїхав не красотами міста милуватись, а перевірити сферу послуг. Тож, до роботи. Это Ужгородский замок. Я прийшов не смотреть на красоти, а перевірити ресторан. Ресторан «Ужгородський замок» розташований у стінах саме Ужгородського замку. Замок – це візитівка міста, а от про ресторан відгуки неоднозначні. Обслуживання, м'яко говоря, нікакое. Заказали богрыч, очень долго несли. Официант пропал куда-то после подачи блюда. Хотели рассчитаться, ждали-ждали, оставили деньги и ушли. Старинное царское место. Находясь в ресторане, кажется, что ты стал героем фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Атмосферное место. Но на этом достоинства Ужгородского замка заканчиваются. Долгая подача, оформление и качество блюд никак не ресторанное. Не рекомендую. Ресторан «Ужгородский замок». Идемте. Как-то пусто, никого нет. Я думаю, что нам туда. Здрасте. А ось и мы. Не радуем. Я Вадим Абрамов, ревизор. Доброго дня. Как вас зовут? Марина. Марина, вы здесь кто? Публичный повар. А кто повар? Тут Дэн, а друга... Как зовут повара? Снежана. Снежана? Снежана? Нет. А вас как зовут? Повар. Эля. Вы чем занимаетесь? Я мою посуду. До мейка еще доберемся. А мы начнем заниматься ревизией. Тем более, что работай непочатый край. На плите обычно стоят сковородки, кастрюли, а вот в Ужгородском замке стоит пластмассовый таз с мясом. А на что это мясо? А вы же его помощница. Я зараз. А, ну и все. И помечник злинял. Почему сырое мясо стоит на плите, где тепло, плита работает? Вообще непонятно. Последний человек смотался с кухни. Ужгородский замок сдан без боя. Рядом в пластиковом грязном сутке размораживается кусок свинины. Прямо в пакете. Свежим оно не пахнет. Фу, яке недбальство. Чуть не облил себя горячим маслом. Масло чадит. Вытяжка не работает. Сама сковородка. Сколько на ней старой гари, а? Так это масло здесь кипит и кипит и кипит целыми днями. Тут еще и кипит курица какая-то. Я это все отставлю. Бо выкипеть и сгореть. Смотрите, голь на выдумке хитра. Когда-то это была большая электрическая плита. Часть плиты поломалась, осталось только две конфорки. Сюда вмонтировали столешницу и поставили бытовую плиту. Выключил ее. На стене сколько жира. Я всегда представлял, что замковые стены должны быть... О, вы повара? Да. Згадали про страви на плиті?
Вы кто? Шеф-повар. Шеф-повар. Прекрасно. Вас как зовут? Снежана. Чего сбежали? Чего, чего? Вас так много. Нас всего пятеро. Вас было больше. Что у вас на стіні таке жирне? Старий жир. Цю стіну роками не мили. А чому не моєте? Ну як? Ну посмотрите на вот эти провода. Вообще-то мы сьогодні не работаем. Як это не работаете? Їда готується. Ресторан відкрит. Як это не работаете? А тим часом у непрацюючому ресторані таємний покупець вже зробив замовлення та чекає на страву. Ужгородський Бограч. Замковий люх. Пока побудет меню, может, я еще что-нибудь. Так работаете же, работаете. Просто у нас завтра большой банкет, а я сегодня не работаю. Вы заказы не выдаете сегодня людям, да? Да. Ага. Давайте посмотрим на вашу вытяжку. Вы часто моете? У нас каждую неделю санитарный день, и мы убираем. Какой день санитарный день? Конец начала недели. Конец начала недели. Швейцарская точность. Это интересно. Ну, вас просто много, я одна, поэтому я... Тогда смотрите на меня. Я буду разговаривать с вами. Так я вообще, наверное, запутаюсь. Так какой день, санитарный день? Вообще-то по понедельник. Сегодня понедельник. Але следи пробирания совсем не видно. Вытяжкой вы пользуетесь? Пользуюсь, конечно. Она? Да. Вытяжка тут работает, как турбина самолета. Так. Фильтр у вас тут поломан и немного распадается. Сам по себе фильтр вроде вымыт, но вот под отстающей металлической запчастью виден жир. Смотрите, сколько у вас жира. Видите? Что с этим делать будете? Отложу на рабочую поверхность, потому что вытяжку эту назад ставить нельзя. Начнем с холодильника. Кастрюли с первыми блюдами. Кстати, доска вся грязная, написано «мясо» еще и пригорело. Почему Богрич не накрыли? Это чуть ли не главное блюдо закарпатской кухни. А что тут скажешь? Все супы должны быть накрыты. Они у вас открытые. И все с половниками. А это борщ. Притом, рядом с открытыми первыми блюдами стоят упаковки со сливками. Сливки сделаны 2 марта. Сегодня 25 апреля. Когда их открыли, эти сливки? Снежан. Открываются один раз в 2 дня. На сливках написал производитель, что срок годности у них 48 часов при температуре от 1 до плюс 5. Но когда их открыли точно, никто не знает, потому что у вас нет стикера. На кастрюлях с первыми блюдами тоже стикера нет. Они у вас вообще имеются? Где? Вам нужно обязательно маркировку делать на продуктах. Чтобы быть уверенным в их свежести. В глубине открытый шоколадный топпинг. Таким мороженое любят поливать. Крышка поломана. Стикера тоже нет. Открытый имбирь. Ароматизирует весь холодильник. А вот Бограчу, примером, имбирь зайвый. Это грибной суп? Грибной соус. Пустыня Сахара растрескалась. Он уже даже высох. Сверху образовалась корка. Но его накрывать надо. И его, и Бограч. И указывать, когда вы его сделали. Может, он тут уже неделю стоит. А может и 2. В холодильнике резинка уплотнителя мега грязная. И у вас все открыто. Каждый день открываете, каждый день берете это руками. Хорошо, что вы в перчатках ходите. Но вы же этими перчатками берете еду. И цей жахливый черный бруд может потрапить в тарелку гостя. Второй холодильник. Тут внизу склад овощей и фруктов. Все, что на грядках выросло. Огурцы, помидоры, редис, зелень. Корень сельдерея. Петрушка, вот пучок. Прям такой рыночный. Бабушка ниткой замотала, в пакете отдала. А тут вот что? Открытая кастрюля супа. Холодильник-то общий. Перегородок в нем нет. Вот этот помидор уже давно пора списать. А он лежит рядом со свежими помидорами. Старый помидор и молодой помидор. Такий кругообіг життя. Наверху. Это же яйца. Кляр какой-то сделан. Снежана, ну это же сырые яйца. В одном холодильнике с открытыми супами. Вы про товарное соседство слышали? И?
В одно ухо влетело, в другое вылетело. Все ошибают. Это серьезные ошибки. Они могут стоить жизни вашему гостю. Вы почему-то об этом не думали. Вам было просто удобно так поставить в холодильник, а так нельзя. Почему у вас яйца стоят на полу? Вы же сами ногой их зацепите. Я ничего больше говорить не буду, мы сегодня не работаем. У вас есть кухня? Есть. На этой кухне у вас есть продукты. Есть. Вы готовите сегодня еду. У вас есть гости, поэтому ваше заявление «кухня не работает» меня очень удивляет. Посмотрим большой холодильник. А и с ним тоже беда. Везде беда, на всех полках. В нем и мясные заготовки, и овощи, и фрукты, и молочное. Покажу вам все быстро. На упаковке с маслом стикера нет. Упаковка с молоком открыта, без наклейки. Сделано молоко 9 апреля. Когда его открыли, неизвестно. А раптом же зіпсувалося. На второй полке. Курица. Готовая. Мясной рулет. Копченое сало. Местная гордость. Все без дат. Яйца. Проверим. Яйца вареные. Вареные яйца и в скорлупе, и половина яйца без скорлупы. В кульке. Плавает. В глубине на этой же полке банка с майонезом. Даты никакой нет. Куда взялся майонез, неизвестно. И сколько он тут стоит, теж невідомо. Ниже полка. Если в средневековье люди не представляли себе, что такое товарное соседство, а в это время был построен вот замок, то вот в этом холодильнике полное средневековье. В резинке особой грязи нет, но помыть ее надо. Но и в холодильнике нужно навести тотальный порядок, потому что сейчас его нет вообще. Вадик, он сейчас уйдет. А таракан, который у вас сидит в весах, вас не смущает? Много у вас тараканов? Нет. Нет? Что, один? Ручной? Да. Рататуй по-ужгородски. Снежана, это смешно вы считаете? Он живой, он живой. Конечно, он живой, по нему видно, что он живой. Что, тараканов нельзя избавиться на кухне? Але у відповідь – тиша. Сейчас воспользуемся ревизионной камерой. Посмотрим, что внизу. Пол под рабочими поверхностями в принципе чистый. Немного остатков еды в самой глубине. Холодильники ведь тоже надо выдвигать и убирать за ними. А вон таракан бежит маленький. Есть. Вон. Тараканы есть. Еще один маленький бегал под рабочей поверхностью. И посмотрим на мойку. В Ужгородском замке есть три раковины. В одной стоит и грязные подносы, и грязные сковородки, невымытые банки и замоченные полотенца. И перуть, и миють в одному месте. Посмотрим на тарелки. Тарелка чистая. Возьмем из другого комплекта. Доставать неудобно, посуды очень много, главное, чтобы не рухнуло. Еще одна тарелка и тоже чистая. Держатель для тарелок. У меня вот перчатка сюда влипает. Ну как же здесь может быть чистая посуда, если сам держатель для тарелок грязный? И липкий. На деревянных досках вы что-то подаете? Нет. А для чего эти доски? На этих мы режем, а на круглые это сильная нарезка. А что вы режете на этих досках? Зелень. Это обе доски для зелени? Большинство все для зелени. А где у вас доска для рыбы? Что, все режете на одних и тих самих? Для сырой. Для мясной гастрономии. Яке красномовне мовчання. Все доски деревянные и не подписаны. То, на чем вы подаете сырную нарезку. Вот эти вот темные пятна, это может быть и грибок. Вадик, посмотри, компот, который остывает, а рядом пепельницу. Вот видишь, из чего сделана эта пепельница? Да, из формы для жульена. Форма для жульена. То есть в нее сначала сбросят пепел, оставят окурок. Потом сполоснут и подадут вам жульен. Смачного! Простите, а вы курите на кухне? Я не курю. А кто курит? Ну, сигареты вот. Я не курю вообще. А кто курит? Простите, вы же повар. Кому вы разрешаете курить на кухне? Я с этим не могу бороться. Их большинство. Как вы не можете? Вы шеф. Все, кто находится на кухне, в вашем подчинении. Ну это же вообще жесть. Стоит открытая еда, открытые кастрюли. И рядом курят.
и где? В Ужгородском замке в ресторане? Сейчас туристы по всей стране... Икнули. Фу, меня аж в пот бросило. Идем отсюда. Убирайте все продукты отсюда, это не может здесь стоять. У вас ведь такое красивое помещение, такие красивые своды. Если за этим не следить, оно все рухнет. Спасибо, что показали кухню и что пришли. Тебе тут комфортно. А что случилось со столами? Мы когда заходили, ведь все столы были сервированы. Остался только один сервированный. Остальные скатерти сняли. Изображают то, что ресторан не работает. Кстати, официантов нет, бармена тоже нет. Ну, раз обслуживающего персонала пока нет. Роздивимось интерьер. Помещение очень красивое. Тут своды потолков. Наверное, какая-нибудь комната охраны была у входа в замок. Представляете, тут сидели стражники и ждали непрошенных гостей. Сейчас в ресторане тоже, по-моему, гостям не рады. Займусь столом. Как у женщин есть нижние юбки, так и в Ужгородском замке у столов есть нижние скатерти. Посмотрите на эту скатерть. На нее протекло все, что можно. Компоты, жирные блюда, супы. Это, похоже, воск вообще. Ее с середньовіччя не прали. А, тут еще и почти на матрасник есть. Настольник. И на нем тоже 1,5 млн. Такая плотная клеенка. Прожженный след от сигареты. Вот огромное пятно, наверное, от красного вина. Тут что-то более темного. Херес. Может быть. Это, судя по цвету, портвейн. Карта вин по-ужгородськи. Познакомьтесь. На ній відсвяткували чимало банкетів. Ну что, посмотрим, есть ли жвачки под столом. И жвачки, и паутина есть. Одна жвачка. Еще одна жвачка приклеена. Вот паутина с тырсой. Под столом грязно, на столе грязно. Все скатерти грязные. А персонал так и не появляется. Тому продовжимо оглядати інтер'єр. Стул на большую Ж. Или на две маленьких. Но на стуле тоже пятна. Это что такое? Тут залип парафин, свечи, наверное, зажигают. За стульями тут не следят. Посмотрим, что на подоконнике. Два больших окна есть, и вот это окно смотрит во двор Ужгородского замка. Сзади электрический радиатор. Ой, он шатается, и на нем гора пыли. А его давно пора протереть. На подоконнике стоит кукла. Как в фильмах ужасов, честно. Паутина у нее в волосах. И гора пыли, и грязи на берете не делает ее привлекательной. С такой играть, я думаю, никто не захочет. А внизу, вместо рюшей, вон паутина одна. И ноги еще нету. Грязная кукла без ноги в паутине придет вам ночью. У жахливых сновидениях. На подоконнике дохлая божья коровка, грязь, пыль, песок, паутина. Полный набор для дорогих туристов. Ничего чистого в этом зале я не нахожу. В зале есть картины. На этой нарисован сам Ужгородский замок. На рамке пыль. На светильнике, который имитирует подсвечник, тоже пыль. Мы, звичайно, у замку, але ж це ресторан. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Абрамов, я ревизор. А вас как зовут? Ирина. Вы откуда, Ирина? Из Донбасса. Приехали посмотреть на Ужгородский замок? Да. А тут почему-то никого нет. Ну, вот персонал стоит на улице, сказали временно, не обслуживаем. А сказали, клиента. Когда будут обслуживать? Чуть попозже. А давайте попробуем найти персонал. А где официанты? Снежан. Я же говорила, что мы сегодня закрыты. Персонал стоит на улице, сказали временно, не обслуживаем. А где официанты? Ну, так все поразбегались. По замку пошли кроссовки думаю, смотреть? Думаю, да, гуляют. Это смешно? Нет, это не смешно. Что я могу сделать? Можете я меня обслужить? Ну, думаю, что вас да. Дуже дякуємо. Идемте тогда внутрь. А свет у вас, он всегда выключен, да, в такое время? Нет. Здесь, ну, светло. Обычно светло. Можно его включить?
прекрасно. Та що ж такое, я 5 минутку. Шеф-кухар передумав обслуговувати. Итак, меню «Ужгородский замок-ресторан». Меню очень толстое. Посмотрим. Традиционные холодные закуски. Д'Артаньян, закуска к водке на шпажках. 53 гривны. Интересно, закуски тут арамис, д'Артаньян, кардинал, портос. Ну, чисто тебе три мушкетеры. Салаты. Греческий салат 49 гривен. Горячие закуски. Банаш с брынзой по-закарпатски с беконом 45 гривен. Вот этот значок, напоминающий узор от вышиванки, означает закарпатские блюда. Блюда из баранины, блюда из свинины, блюда из птицы. Первое блюдо – царская уха на две особы 119 гривен. Кофе-эспрессо – 12 гривен. А тем часом таємному покупцю уже принесли замовлення. Вот у вас тут стоят визитки. Написано «Рады вас обслужить с 9 до полуночи». И контакты есть. Директор Маргарита Николаевна. Давайте позвоним сейчас вашему директору. Алло. Здравствуйте, Маргарита Николаевна. Да, здравствуйте. Меня зовут Вадим Абрамов, и я ведущий программы «Ревизор». Да, очень приятно. Мне тоже очень приятно. Я нахожусь у вас в ресторане «Ужгородский замок». Да, а я нахожусь у стоматолога. Я желаю вам хорошего визита к стоматологу и, самое главное, не очень больного. Скажите, спасибо. А где весь персонал? У них санитарный день сегодня. Вы же видите, что там нет никаких. Нет, я вижу, что на кухне идет процесс готовки еды, обслуживают гостей, принимают заказы. Нет, это не может быть, потому что мы по понедельникам не работаем. Очманите! Вы сейчас по телефону на всю страну заявили, что я вас обманул вместе с командой. Да. А, окей. Я буду рад вас увидеть в страстях, честно. Мне будет с вами о чем поговорить. Всего доброго. До свидания. А заказ вы у меня примете? Я не могу принять. Есть хочется. Я понимаю, но я не официант, я не умею делать эту работу. Если мы с вами увидим цену в меню, я закажу что-нибудь, и вы меня обслужите. Можно я перезвоню перед тем, как... Перезвоните. А пока Снежана разбирается с керівництвом, мы продолжим ревизию. Давайте осмотримся за баром. Кофеварка грязная. А тут все в следах от извести. Такое надо вымывать. В раковине стоят грязные чашки, соусница, стаканы. Все бросили и разбежались. Это чайник с кипятком. Грязный, что смерть. А вот карточки. Официант Василий, администратор Наталья. Сегодня работали. Вот. Лента с чеками. 24 апреля, это вчера. 24 апреля вчера. И в самом низу, что? 25-го. Кофе, сливки. Кофе, латте, кофе. Вот, смотрите. 9.59, в 11.47 и в 12.31. Ресторан «Ужгородский замок». Работал. Пойдемте, найдем туалет. Руки надо вымыть. Рога везде висят. Кстати, рога-то в пыли или нет? Проголосье. Ну, без пыли. А так, судя по запаху, идем правильно. В туалете вот прям как секретный ход в замке. А вот и туалет. Кабинки без обозначения, мужские они или женские. Пойду в дальнюю. Двери массивные, деревянные. И над дверью пыль. По-тихому в туалет не сходиш. Ну а что вы хотели? Замку-то сколько лет? Но петли-то смазать можно? Двери красивые, а кабинка без изысков. Кремовая плитка, беленые стены, одинокий унитаз. Ничего лишнего, аскетизм. Унитаз. Крюк.
крышка протертая. Под крышкой тоже чисто. Ободок без пятен, без подтеков, без разводов. Под ним чисто, в труднодоступных местах чисто. Унитаз вымыт. Сливает ли? Сливает. На бачке ни пыли, ни волос, ни грязи нет. Йорж. Двухцветный. Он и бордо, и блонд. Грязноват немного. Туалетная бумага белая, мягкая. На держателе пыли нет. Мусорное ведро. Занес ногу в поисках педали. Педали нет. Нужно рукой отодвигать крышку. А це не дуже гигиенично. В ведре есть бумага. Пакет скоро надо будет заменить. Еще одна картина с видом Ужгородского замка. Проверим. На картине гора пыли. Може, під старовину порохом притрушена? Какой-то странный угол из плитки окультурили. Сделали очень девичьим. Положили ракушку. В нее настоящую лаванду. Для девушек есть крем для рук и ногтей. И в вазу поставили желтые гвоздики. Живые. Красиво. В переливе раковины. Немного грязи. Кран. Горячей воды не дает. Только холодная. Дозатор с пенкой есть. На зеркале вначале подумал, что это какие-то грязные разводы. А нет, это не грязь. Это... как будто под старину. Хотя я думаю, что оно просто постарело от времени. И одноразовые бумажные полотенца. Держатели тоже есть. На держателе. Чисто. Странно. Держатели протирают, картину нет. Висят же рядом. Вентиляции. Внутри пыль. В ведре тоже есть бумага. Санузел в ресторане «Ужгородский замок» как шахматы. Внизу все белое и чистое. Наверху черное и грязное. И картины, все по верхам, притрушено пылью. Почему-то убирают избирательно. Идемте, Снежану опять найдем. Снежан. Я не могу дозвониться. Не можете дозвониться до директора? Я закажу что-нибудь, и вы меня обслужите. Можно я перезвоню перед тем, как... Перезвоните. Снежан, идемте со мной. Обслужить вы меня не можете, еду выдать не можете, но дело есть одно. Идемте вот к этой одинокой девушке, которая сидит. Может быть, она будет рада меня видеть. Вы можете попросить? Извините, но я не иду. Но вы же шеф-повар здесь, почему? Шеф-повар. А вы не хотите, чтобы мы при вас взвесили то, что вы из кухни выдаете? Вам не интересно? Все, последний человек покинул замок. Шеф-кухар втекає останнім. Шеф-повару в ресторане «Ужгородский замок». Неинтересно, обвешивают здесь или нет. Она просто развернулась и сбежала. Ей неинтересно? Уверен, что интересно вам. Интересно мне. Идемте и узнаем. Юля, здравствуй. Здравствуй. Расскажи, как тебя обслуживали? Что происходило вообще? Изначально нас пригласили и сказали, что у них санитарный день. Но тем не менее, у них кухня работает, и они приняли заказ. Ужгородский бограч, замковый люх. Скажите, пожалуйста, а у вас здесь латте нет в меню? Да? Латте? Да. А кто принимал заказ? Официант? Официант, которого сейчас, как вижу, нет. Давно нет уже, да. Угу. Он принял заказ, я сказала, что я хочу бобрыш, и просила латте. Ты еще что-то заказала? Я заказала ассорти с оленей. Долго ли тебе несли солени? Солени принесли буквально через 10 минут, а вот бобрыш пришлось ждать очень долго. Окей. Можешь подать мне меню? Я вижу, что он у тебя есть на столе еще. Да. Венгерский богрыч. Вес 335 граммов, цена 39 гривен. Соленье. Замковый лёх. 95 гривен, вес 950 граммов. Ну что, давайте узнаем, обвешивают ли в ресторане Ужгородский замок. Наши весы. Ставим тарелку. Оттариваем. Проверим вес соленья. Юля, могу тебя попросить помочь? С кабачками 401 грамм. Огурцы
помидор. Петрушка. Вес солений 809 граммов. При указанном весе в меню 950. Недовес 141 грамм. Здесь не хватает почти 15% веса. В Ужгородському замку обважують. Обычно я пробую еду с поварами, а сегодня буду пробовать с тобой, потому что поваров нет. Буду есть твой суп, Юля. Итак, богрыч. Вот в нем очень много картофеля. Всего 4 кусочка мяса. А ведь богрыч – это одно из самых главных, самых известных блюд закарпатской кухни. Он очень густой, наваристый. И в нем должно быть много мяса. Пробуй. Это не богрыч. Много картофеля, жидкий бульон, сильный вкус паприки и много перца. И пару кусков мяса. Вот так встречают гостей в ресторане при Ужгородском замке. Юля, спасибо тебе большое, что была нашим тайным покупателем. Я сейчас попробую оплатить твой счет. Итак, 134 гривны плюс 15 – 149 гривен. Официантов в ресторане «Ужгородский замок» не сыскать. Повара с кухни тоже разбежались. Вот 150 гривен счет нашего тайного покупателя – 149 гривен. Оставляю деньги здесь. Меня никто не обслужил, но у нашего тайного покупателя приняли заказ. Я пробовал еду, я взвесил еду, и я пошел совещаться с командой. Ревизор проверил ресторан «Ужгородский замок» в Ужгороде. Экстерьер. Ресторан открыт в самом сердце, в Ужгородском замке, по адресу улица Капитульная, 33. Интерьер. В стиле средневекового замка. Сводчатый потолок, резная деревянная мебель, новодельные светильники под старинный металл, на стенах оленьи рога и несколько картин с видами замка. Цены. Заказ нашего тайного покупателя, богрыч, ассорти с оленей и латте, обошелся нам в 149 гривен. Чистота. В зале на подоконнике пыль, скатерти в пятнах, под столом жвачки, а старая кукла с головы до ног в пыли и кружевах из паутины. В туалете ресторана убрано, унитаз вымыт даже в труднодоступных местах. Я нашел пыль на картине и немного грязи в переливе рукомойника и на ёршике. На кухне ресторана средневековый беспорядок. Ни правил товарного соседства, ни других санитарных норм здесь не соблюдают. На полу стоят сырые яйца. В холодильнике кастрюли без крышек с первыми блюдами. Обветривать еду здесь, похоже, традиция. Я нашел ненакрытый грибной соус, имбирь, шоколадный топпинг. А в самом холодильнике, на дверце, в резинке уплотнителя – гора мусора, который может попасть в открытые блюда. С товарным соседством тоже беда. С сырыми и готовыми овощами хранится миска с открытым яичным кляром. Да и вообще на кухне в Ужгородском замке все скопом – молочка, сырые овощи и мясные заготовки. На всей кухне я не нашел ни единого стикера со сроками годности. Но! Нашел тараканов, а посуду для жульена превратили в пепельницу. Обслуживание. Меня обслуживать в Ужгородском замке отказались. Мы взвесили еду. На ассорти с оленей нас обвесили на 15%. Я пробовал фирменное венгерское блюдо – богрыч. На мясе в нем сэкономили. Ресторан «Ужгородский замок» находится в самом туристическом месте города. О нем знают и любят. Его рекомендуют даже такие популярные туристические сайты. А мы показали вам всю правду. И она не радует. Ревизор не может рекомендовать ресторан «Ужгородский замок» в Ужгороде. Ревизор в Ужгороде, и это отель «Світанок». «Світанок» – один з найстаріших готелів Ужгорода. Розташований недалеко від залізничного вокзалу у старій частині міста. Більшість відгуків – незадовільні.
Шок, просто жах. Все негативне, що пишуть про цей готель – чиста правда. Павутиння та пил скрізь, меблі старі, балкони ледь тримаються, жалюзі пропалені і всюди неприємний запах. Я ще такого не бачила. Їхали з групою дітей відпочивати в Ужгород. Забронювали номери в готелі «Світанок». Пилюка з часів 19 століття. На килимах ніби якісь ритуали проводили. Категорично не рекомендую. Ревізор, будь ласка, перевірте готель «Світанок» в Ужгороді. Умови проживання тут кошмарні. Матраци, подушки взагалі не підлягають будь-якому описанню. Це не відпочинок, а тортури. Чемодан я волоку просто по ступеням. А как человеку заехать в инвалидной коляске, вообще лучше себе не представлять. Ладно, идемте проводить ревизию. Пустой ресепшн. На гостей тут не чекають? Ау! Ау! Люди, люди! Луна луны туди не долітає. Ладно, если нет персонала, представим себе, что я – это и ревизор, и администратор отеля. Как нам такой вариант? Подходит? Как мистер Фикс? Да. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Разумеется, у меня есть план, мистер Фикс. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько стоят номера? Где у вас цены на рецепции? А цен на рецепции у нас нет. Нигде не указаны цены. Нет, нигде не указаны. У нас есть логотип. И горшок с землей. А вдруг там засеяли петрушку, она еще не взошла. Тарифы все-таки я нашел. Люкс 350 гривен, самый экономный сингл 100 гривен, стандарт 180 гривен. О, а це кто? Здравствуйте. 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 Вы администратор? Да. Как я рад вас видеть. Нареште. А где вы были? Наверху уже все провожало нам. И вы уходите оставлять тут все ключи, никого нет. Ні охранника, вообще нікого. Залишили рецепцію на призволяще. Чекайте, зараз не знімайте, не перезвоню. Як вас зовут? А у відповідь тиша. Як вас зовут? Ну, дуже приємно. А кому ви дзвоните? Директору. Зачем звонить директору? Я здесь уже. Я, кстати, Вадим. Вадим Абрамов, ведущий программы «Ревизор». Очень приятно. Хочу с вами познакомиться. А администратор с нами – ні. Простите, а может быть, вы все-таки уделите внимание мне? Я ваш гость, я приехал вас жить. Люба Іванівна, тут програма «Ревізор» прийшла. Ну що, по телебаченню не бачите? Ну і що? Ну що, прийшли знімати, що? Да, ночу. А де Юрія Юрійовича номер телефону? Зараз. Так, можете со мной все-таки поговорить? Я ваш гость. Зараз, хвилинку. Юрій Юрійович. Пусть весь мир. Тут програма «Ревізор» прийшла. Що мені? Ну, я казала, що ми не працюємо. Ну і що, що вони просять нічого їм не давати, да? Яка нечувана гостинність. Добре. Ну от ви поговорили з директором. Як вас зовут? Я можу не відповідати. Ви зараз адміністратор в отелі. Я прийшов до вас в отель. Я ваш гость. Ми ще не працюємо. Ви тільки що поселяли людей, виходили наверх. Ви самі об этом сказали. А де ви були? Наверху вже ті провожали нам. Ні. Та невже? Камери записали, як ви сказали, що ви щойно поселяли гостей і проводжали їх до номера. Тобто готель працює? Не працює, готель ще не працює. До гості у готелі не легали? Я буду говорити, як скаже директор. К вам приходять гості, видять в першу чергу іменно вас, а не вашого директора, який десь вдома сидить і дає умні совети. Алло. Ну як закрию, вони тут у холі. І вже нікуди не підуть. Юрій Юрійович, директор отеля «Світанок». Пожалуйста, не заставляйте своих сотрудников врать на всю страну. Ой, а куди це ви? А что вы делаете? Подождите, нет. Так давайте, подождите. У вас работающий отель. Вы только что провожали людей. Простите, пожалуйста. И не надо этим заниматься. Что у вас там есть гости. Вы собирались закрыть людей? Да, я собиралась. Вы собирались закрыть людей. У меня в руках есть чек. Наши
Тайные покупатели уже были в отеле «Светанок», сняли и оплатили номер. А вот ключ от одного из номеров. Пока директор и администратор разбираются по телефону, работает отель или нет, пойдем на ревизию. У меня номер 213. Пока ни на одной двери ничего не вижу. Отдел кадров. Я хоть сюда иду. Кран нарисован. Мужской туалет. А дальше что? Ремонт начинается. Тряпка лежит. Грязный паркетный пол. Понятная нумерация вообще. Скатанная дорожка. Грязная. Следы ног. 215 номер. Куда идти? 213. Фух, дешлый. Так це наші номери, там нікого і не має бути. Починаємо. А це хто? Я Вадим Абрамов, ведучий програми «Ревізор». А ви хто? Ми охорони, які за порядком. Ну, в плане том, что говорят, что вы каким-то образом ее обидели. Наверное, вы просто объяснитесь. Нет, я хотела закрыть дверь, а вы мне не дали закрыть. Ну, наверное, как журналист, объясните, какие у вас полномочия еще. И... У меня оплаченный номер с квитанцией. Я знаю. Ключи? А какие основания? Я гость отеля. Претензий не имею. Мы приехали как регулировать вопрос. Нас вызывают частная охрана, понимаете? Вот, вы приехали. Я вам говорю, вот у меня, пожалуйста, квитанция. За крапотурист. Вы претензии имеете к людям? Они, как журналісти, по закону не мають права. Я как гость, в первую очередь. Тим более, как гость, да. Здається, адміністратор очікувала від охорони іншого. Будьте добре, ви об'ясніть чоловіку, щоб це все було регулювано. Так, якщо б я знав, як чоловіка ще зовут, то ви хоч знаєте, як вам обращатися. Ім'я, скажіть, це не є сподобання. Алло. Вот так мы общаемся. Жіночка вперто вирішила залишитися анонімом. У вас есть ко мне вопросы еще? Ребята, вы делаете свою работу, мы делаем, спасибо. Мы делаем свою работу. Как спасибо. От и добре. Приятно вам дыхать, снимать и вообще увидеть вас приятно. Спасибо огромное. А мы все ж таки розпочнемо ревизию. Начну проверять тюль. Вот пятна. В том месте, где тюль берут рукой. Сей тюль давно потребує прання. Штора похожа на упаковку от конфеты с металлическим отливом. Ну, штора чистая. На карнизе слой пыли. Сбиралась месяцами. На подоконнике пыль есть? А трубы как проложили? Классно. Да что спотыкаться, если когда выходишь с балкона и улетел сразу лицом в грязный ковролин. Подвійна неприємність. Но батареи-то ледяные. Но если вы замерзли, если вам холодно, то придите со своим кипятком и заварите себе чай. Где ты это взял? На полу. Хочешь чай? Только если он черный, с лимоном. С лимоном. Где я лимон тебе возьму? Ну чай нашел, да будь и лимон. Может, тут и цукор знайдеться? Вот это находка. Сейчас еще что-нибудь пойду, ты подожди, это только начало. Балкон открывается ли? А, ну с трудом. Трубы заважають. Если балкон просядет, вы выйдете, выдерете трубу с мясом, что может произойти? То здесь будет потом. Поплаваем. Ой, на балконе перепад высоты и какая-то решетка стоит. Как в обезьяннике. Там соседний номер. Балкон большой. Видно, что еще советский, постройка старая. Тут лежит плитка. Явно ее здесь укладывали лет 20 назад. Перила очень странные. Можно так взять? Эй! И вылезти. А здесь недалеко падать, кстати. Заходим внутрь. Холодно. Ехали в Ужгород на Сакуру, а приехали на снег и дождь. Включи телевизор. Розетка есть. Качество отделочных работ удивляет. Штукатурка отсыпается. Телевизор почти ручной. Можно носить с собой. Проверим, работает или нет. Пульт грязный. Все черное между кнопками. Да что вы говорите? Какой хороший сигнал.
включаю, переключаю. А нового канала нет. В светанке его нет. Еще встроенный шкаф. Ого. Одеяло по мотивам Жюль Верна. Смотрите. Фантастично. Что тут? И корабль, почти воздушный шар, и солнце с луны. Фу, как оно воняет сыростью. Как же таким укрываться-то? Ты ж провоняешься весь. Или просто тебе будет сниться дождь. Гнилым воняет, чё ж дождь? Гнилой погреб какой-нибудь будет сниться. Ты умер и лежишь в сырой земле, вот что тебе будет сниться. Моторошная перспектива. Внизу еще одно одеяло. Фу, как оно воняет. У меня от количества пыли и от этой вони уже начинается насморк. Я вот в нос начал разговаривать. В шкафу. Три вешалки. У меня такие вешалки были в детстве. Я их всегда брала с собой в поездки. Хорошо, что у тебя не было вот таких вешалок в детстве. Вешак-самокрутка. Стенка в шкафу отошла. Ух. Слушайте, а что там? Таемная комната Хогвартсу. Тут гора паутины. Семечка валяется. Генеральное прибирание плачет за этим номером. В этот шкаф лучше не влазить, тут в сказку не попадешь. Шкаф громыхает. Письменный стол. На столе чисто. Вот про стену не скажешь, что она чиста. Штукатурка протерлась. Стена грязная. Выдвижной ящик в столе тоже очень грязный. Тут много подтеков. Они въелись уже в этот ящик. Брудно. Ковровое покрытие заслуживает отдельного внимания. Столько пятен на ковролине я не видел уже давно. Тут лили все и везде. Человек, отдыхавший на этой кровати, пил много. Но мед пиво пил, по усам текло, в рот не попало. Попало на ковровое покрытие. Здесь он готовил напитки на письменном столе. Проливалось и под письменный стол. Это что-то было сладкое. Тот же сладкий чай или сок. Сахар прилип. Потом в него набилась грязь. Так, это все в ковролине и осталось. Но его почему-то решили не чистить, не пылесосить и не мыть. У каждой кровати есть прикроватная тумбочка. В ящик можно складывать деньги и документы. Но тут лучше это не делать, потому что в выдвижном ящике пыль. С розеткой что-то странное случилось. Розетка когда-то поплавилась. Не плавилась вилка. И она прожгла пластик. Так и до пожежи недалеко. Ну а теперь разберу кровать и посмотрю, что там. Полотенце. Почему стали все время в отелях попадаться красные полотенца? Что за мод? Потому что на них меньше видны пятна. Дуже практично. Пахнет сигаретами. Свежести та чистоты у цьому номере годі шукати. Вот это полотенце здесь и банное, и полотенце для рук. Ну, а полотенце для ног можно не читать. Подушку, смотрите, красиво взбили, поставили. Посмотрю на него. Комплект постельного белья, скорее всего, новый. Он даже накрахмален, вот стоит. А подушка? Как же такое можно засовывать в новый комплект? Ну, это просто жесть. Что такая брудна подушка робить у готеле? На всех этих полосках сверху пятна, их миллион. Это не подушка, это сопляжуйка. А что это значит? Сопляжуйка? Вот что это значит. Гидко на такому спати. Из нее лезут перья. Она перьевает, тяжелая и вонючая. Такие подушки не место у готелю. Пододеяльник. С одной стороны чистый, со второй стороны тоже чистый. Постельный комплект, в принципе, новый и выстиранный. К нему вопросов нет. А вот что с одеялом? На стеганом одеяле расходятся швы, торчат нитки, гора катышков. Ну, пятен здесь нет. Покрывало. Можешь подержать, пожалуйста? С обратной стороны. На причинном месте покрывало. Пятно! Скандал. Кто из надзюров?
этому покрывалу давно пора менять юбку. Простыня из того же комплекта, что и наволочка, и пододеяльник. Простыня чистая. А вот что под ней? Давайте посмотрим. На матрасника нет. И на этом жовто-блакитном матрасе вот грязь. Вот грязь. Вот огромное пятно. С обратной стороны на матрасе есть только большой волос, а так матрас чист. А кровать-то еще и ортопедическая. Ой, Вадим, смотри, здесь ножка до пола не доходит. Надо разобраться. Пол неровный. Ламели пляшут. Это же ужас какой-то. Тут перепад высоты какой. Это не кровать, это колыбель. В ней можно только качаться всю ночь. Но выспаться не удастся. Подивимось далі. В небольшой прихожей есть зеркало. Можно смотреться. Я себя вижу вот ровно по уровню носа. Це щоб носа не задирал. На зеркале пыли нет. Что можно закрыться? Ой, ты как в телефонной будке. Может быть, помнишь, когда-то мы ходили заказывать переговоры на почту. И в таких телефонных будках со стеклянной перегородкой, где было написано телефон, телеграф, звонили, например, в Тель-Авив. Тогда попадали в Тель-Авив. Скажи Кукушу, что Валико ему на международной аэролинии купил крокодила. Ты куда звонишь? Как куда? В Тель-Авив? Тебе перепутали. Это Тель-Авив. Тель-Авив. Алло, это Анина мама? Да. Ваша Аня сейчас в Ужгороде, в Светанке, с неизвестным мужчиной. А кто это? Это аноним. Мам, не волнуйся, это Вадик. Приятного просмотра. Давай санузел. Невже все так погано? Душевой кабинки как таковой нет. Весь санузел – душевая кабинка. Тут можно поливаться где угодно. Берете душ. Смотрите, как он висит на кульке. Привотали кулек и повесили. Лайфхак по-світановськи. Берете душ и ходите, поливаетесь. Где хотите. Без разницы. Потому что сток в полу. На унитазе есть лента. Продезинфицирована. Посмотрим. Что-то я этой ленте не доверяю. Сама лента грязная. Бумага кривая. Сколько раз она была мокрая. И сколько раз ее перекладывали с одного унитаза на другой. Никому не известно. На сиденье унитаза след от сигареты. Крышка грязная. Под ней что-то черное. Что там такое налито? В унитазе какая-то пена. Будто слюна с бешеной собаки натекла. Ободок какими-то черными пятнами. Под ободком тоже грязно. Труднодоступное место – это старая ржавая металлическая проволока. С нее ржавчина отпадает. Унитаз слил, пены больше нет. Ёрш с проплешинами, но грязным не назовешь. Этот ёрш как единственный цветок, который распустился в этом оазисе грязи. А потолок над головой. Тут сядешь подумать. И только начнешь думать, а потом тебе так бац на голову и полетело. Старая побелка. Ой, тут сейчас вообще отойдем кусок. Таким же и прибить может. Ой-ой-ой. Всем такое на голову рухнет. Все. Кто вас потом здесь найдет в этом Світанці, который якобы и не работает еще? Пиши пропало. Есть мини-косметика. Та-дам, та-дам. Аніна черга. Шампунь против перхоти. А вот перхоть. Если у вас перхоть, шампунь Світанці вам...
поможет. Наверное, в отеле «Светанок» в Ужгороде считают, что у всех их гостей есть перхоть. А в кого нема, обов'язково з'явиться. И два брусочка мыла. А шампунь один, а номер на двоих. С мылом око, как шампунь от перхоти. Это очевидно, как обезьянки две, знаешь, поселились в номер, проверили друг у друга. А, у тебя перхоти нет, тогда шампунь мой. И стырила. И повернула. Изоляция, душа. Обратите внимание, этому душу наложили шину, оказали первую медицинскую помощь, взяли лейкопластырь и укрепили. Все. Це щоб душ не підтікав. Это холодная вода. Это горячая вода. На кране с холодной водой черная грязь. О, а это душ 6 в одном. Он плещет просто в 6 сторон. Где бы вы ни мылись, вы мыете все сразу. Душ тут багатогранный. Для того, чтобы принять душ в этом санузле, в отеле «Светанок» в Ужгороде, нужно взять резиновые сапоги, не промокающий плащ-палатку, зайти сюда и выйти. Не помывшись. Еще положили гигиенический пакет для девушек. Держатель туалетной бумаги треснул, на нем грязь. Туалетная бумага, ну, рулон еще не закончится. Бумага самая обычная, серая. Как и впечатление от этого санузла. На двери крючки для полотенец. И для банных халатов, если они у вас с собой есть. Один ус у этого крючка отогнут, второй вообще оторван, с мясом. У вас ус отклеился. Спасибо. В туалете грязно, и трубы поросли ржавчиной. Справиться с этой грязью поможет Доместос. Можно мне его? Спасибо. Надеюсь, горничные разберутся. Пока эта труба выглядит жутко, сами посмотрите. Ржавчина сыпется, в руках все разваливается. Да лучше больше не заходить. Ну что, я буду с вами прощаться. А мы с тобой тоже? Спокойной ночи. И тебе спокойной. Mm. А что ты да. не в духе? Ну как, а в каком я могу быть духе? Там на голову сыпется побелка, там все в ржавчине. И здесь ночевать, на кривой кровати. На хромой козе. Не в первый же раз. На хромой козе в первый раз. Открою тебе дверь. Пока. Чао. Буду ложиться на вторую кровать. На второй кровати, кстати, подушка поменьше. Уже перьевая и вся в пятнах. И мой спальный мешок. Ну, а теперь пойду переоденусь. Как же здесь холодно. Ну что, спокойной вам и теплой ночи. До завтра. Доброе утро. Нет, ну, конечно, то, что на кровати выспаться можно, это приятно. Потому что матрас... нормальный. Набили на вот этой вот кровати. Непогнутые. Действительно, тут удобно. Но ты головой упираешься в изголовье, а ногами в нищую кровать. Там адски холодно. Конечно, понимаешь, что холодный апрель, это никого не радует. Но ведь как-то же нужно жить в отеле. А тут носа не высунешь из спального мешка. В общем, не по-человечески это. Давайте покажем вам вид из окна. Тут зеленый гай просто. А на дереве вон что это такое? Чьи-то трусы висят. Внизу стоит синизаторская машина. Но та, которая выгребные ямы чистит. Из них высасывает дерьмо. Так, пойду одеваться и посмотрим, что тут с коридорами. Никаких значков, где пожарный выход, в Светанке в Ужгороде нет. Есть бытовая комната. Какой мрак. Тут стоят матрасы, составленные в кучу.
кучу. Он вообще ободранный углы. Это краска. Светильник стоит там. А внизу гора мусора. Сывок. Крысиная трава. Наверное, вот там живут крысы. Какая гадость. Я не успалася. Все потом расскажу. А где у вас позавтракать можно? Позавтракать спускаетесь вниз, прямо. Угу. Там такая недорога, але прошу сказать. Ну хорошо, ладно, сейчас осмотрюсь. Вот летняя площадка. Кафе-бар «Светанок». И что там внутри? Гули и обидрані стены. Прямо через дорогу вон какая-то Зина 24. Скажите, а у вас кофе выпить хотя бы можно? Да, конечно. Сколько я вам должен? 8 гривен. 50 гривен. Спасибо. О, компанія на каву. Добре, продегустуємо на самоті. Ну, нічого особливого, звісно. Еспресо вкусним сильно не назовеш, але з утра і таке добре. Щоб проснутися. Ну що, доп'ю кофе і пойду посвящаю з командою. Ревизор проверил отель «Светанок» в Ужгороде. Экстерьер. Отель находится в зеленой части города возле горы Кальвария по адресу Кошицкая, 30. Интерьер. Пластиковые трубы лежат поверх грязного ковролина. Сгоревшая розетка, недорогая мебель и погнутая кровать. И блестящие шторы и покрывала, которые выглядят чуждыми в этом интерьере. Санузел размером с душевую кабину. Поддона нет. Сток в полу. Я провел здесь ночь. Вторая кровать, на удивление, оказалась ровной и удобной, даже не скрипела. Хотя ворочаться пришлось много, чтобы хоть как-то согреться. В номере очень холодно, даже в спальном мешке. Цены. Стандарт на двоих стоит 240 гривен. Завтраков нет. Обслуживание. Меня встретила пустая стойка регистрации. Администратор появилась спустя 10 минут и вначале занялась созвоном с руководством, не представившись и не назвав тарифов на проживание. После телефонных консультаций соврала, что отель не работает, и попыталась закрыть входную дверь. Нам все же удалось прорваться в оплаченный номер. Позже администратор вызвала службу охраны. Даже она встала на сторону ревизора и не препятствовала съемке. Чистота. Номер грязный. Внутри мебель, на подоконнике и на карнизе слой пыли. Шторы и постельное белье выстираны. Но ковровое покрытие, покрывало, матрас, подушка и даже стены в пятнах и разводах. А под батареей пакетик чая. В санузле проблем еще больше. Унитаз грязный, ржавый и в следах от сигарет. Даже лента продезинфицирована, грязная и мятая. Головка душа болтается на целлофановом пакете, а шланг заклеен лейкопластырем. Но не помогло. Вода из него бьет даже не в 3, а в 6 ручьев. На кране черная грязь, сток в полу грязный и ржавый, а с потолка кусками отпадает штукатурка. Название отеля «Светанок», но с таким отношением к сервису и уборке. До рассвета не все гости смогут и захотят дотерпеть. А мы хотим предостеречь наших зрителей. В этом отеле грязно, холодно и небезопасно. Поэтому ревизор не рекомендует отель «Светанок» в Ужгороде. Ревизор в Ужгороде – это кафе «Антресоль». Я приехал сюда на ревизию. Кафе «Антресоль» находится у центре міста, поруч із пішохідною зоною. Заклад має 2 поверхи та невелику літню терасу. Більшість гостей задоволені. Вкусная кухня, вежливые официанты, средняя ценовая категория. Для быстрого перекуса отлично. Не дивлячись на те, що на дверях написано «Відкриття» о 8.30, о 8.45 мені просто сказали «Зачинено» і продовжили мити підлогу. Очень вкусная піца і к тому же по доступним ценам. А також запомнився приятний інтер'єр.
вижу, что кухня там. Добрый день. Здрасте, вас как зовут? Меня зовут Ксюша. Вы кто, Ксюша? Я тут працюю. Кем? Официантом. А я Вадим. Дуже приємно. Там срочно все убирают, подметают. Здравствуйте. І швабру, і щотку за спину спрятала, да? Панічне прибирання. Ну что, давайте знакомиться. Здравствуйте. Меня зовут Вадим. Я Ольга. Очень приятно, Ольга. Вы кто? Помощник повара. В перчатках работаете? Да, только сейчас сняла их. А где они? Выкинула. Який збіг? А новые где? Где-то лежат? Там. Там. Да. Так, вы пока найдите перчатки, а я поговорю с поваром. Здрасте. Здрасте. Вас как зовут? Беата. Какое красивое имя. Почему такая стеснительная, Беата? Я тут нервничаю. Вы повар? Да. Разве повара нервничают? Бывает. Давно здесь работаете? Да. Сколько? 4. 4 года? Да. А сколько всего кафе работает? Ну, я думаю, наше. Да, ваше. Антресоль. Кухар зовсім розгубилася. 5-6. 5-6. Вы не знаете, сколько вашему детищу лет. Все у вас в порядке на кухне? Ну, не знаю, не всегда. А це відверто. Сейчас мы узнаем. Плиты в антресоле как таковой нет. Есть электроплитки. Одна треснула, ее заклеили скотчем. И под скотчем остался старый жир. Да и сама плитка не очень чистая. Часть сковородок профессиональная. Только с обратной стороны у сковородки немного старого жира. Это все можно отмыть очень легко. Но внутри сковородка чистая. Вытяжка. Генеральные уборки на кухне есть? Да. Как часто? Один раз в месяц. Всего лишь раз в месяц. Чи не замало? В глубине у вытяжки, в фильтрах, нашлось немного жира. А вот тут что у вас такое? Тоже немного жира. Именно здесь и скапливается жир. Именно здесь и нужно убирать. Внизу, прямо на полу, в ящиках лежат яблоки. А почему на полу? Яблоки, морковь, свекла. Это обязательно должно быть на подкарнике. Так на полу стоять не может. Це не повага до продуктів. На стеллаже под плитой сырые яйца в лотках. А в глубине огромная тыква. Тыква и яйца? Тем более грязная тыква. Микроволновка. Ой, по-моему, сгорела. А что вы с микроволновкой делали, что она так оплавилась? Греете супчик? Я не знаю, какой супчик вы грели. Впечатление, как будто вы тут дрова жгли. Поддона нет, вместо него используют тарелку, вот остатки еды. Вторая микроволновка без следов пожара. Поддон еще теплый, на нем несколько капель, остатки еды. Что-то протекло. Микроволновки надо мыть, девочки. Муха летает. Ну вот она села и сидит. Ей тут на место. Ну что, взглянем в холодильнике? Да. Да. А вопрос на засыпку и на миллион. Стикеры у нас есть? Да. Везде. И фломастер. Зараз и проверим. У вас вместо стикеров фломастер. На сыре написано 25.04, завернут в целлофановую пленку. Это что, горгонзола? Дата тоже 25.04, сегодняшний. Прям один сыр в упаковку со вторым так засунули и ничего? Вы зачем так дорогие сыры складываете неаккуратно? Вот тут контейнер, в нем тертый сыр с датой 25.04. Написано «Готовые мясные изделия». Что вот это за дата, уже никто не поймет. Бо маркування від часу затерлось. Это как египетские письмена. Все не расшифруешь. О, а вот, оказывается, есть стикер. А какая это дата? 70 апреля? 20. О, дякуємо. Задача разобраться сложно. Может, просто писать аккуратнее. Огромный контейнер с нарезанной колбасой, накрытый, дата 25 число. Контейнер с натертым сыром, и вот тут можно проследить историю дат. 19 апреля, 3 килограмма. Потом написано шиповник, 8 апреля был. То какие дати верите? На полках, в общем-то, чисто.
в резинке уплотнителя. Она треснула, в ней особенной грязи нет. Посмотрим второй холодильник. Закрытый контейнер с чем-то желтым, да. Это тыквенный суп. Але здогадатися можна лише по запаху. На полке выше маленькие помидоры в открытом сутке. Помидоры одни вянут, другие нарезаны. Але зіпсованим томатом не місце у холодильнику. Ще ніж подвявший парей, тим більше грязний. Ну так же нельзя. При этом сливки открыли дату 25.04, сегодняшнюю, приклеили. Вот это правильно. Морозилка. Там морозилка. Что? Как жаль, сломалась. Сломалась морозилка? Да. Все утром разморозилось. Оно все у нас потекло, авария. У вас потекла морозилка. Да, шпинат у вас весь потек, и кукуруза потекла. И это одна беда, пришел ревизор. Вторая беда, потекла морозилка. Третья беда, где стикер? На этой открытой кукурузе. На вот этой кукурузе где стикер? Шпинат когда открыли? Жодной информации. Когда нарезали зелень. Если морозилка потекла утром, с нее потекло, почему же никто не спасал продукты? Их треба терминово прибрати. Ну, а теперь перейдем сюда. Оля, вы тут готовите пиццу, а холодильник для начинок с пиццей у вас есть? Он вот сзади, да, маленький спрятался? Вот. А вот это не ваш? Это поварской. А что у вас в этом поварском? Я сейчас загляну быстренько. Тут стоят соусы, все контейнеры подписаны, тут острый перец. А вот соусы подписаны. Тут какие-то названия непонятные. А, это название салатов. Микс-салат, ага. Wellness. Значит, каждый раз, когда вы делаете заправки для салатов, пожалуйста, тоже указывайте дату. Обязательно нужно сделать. Наши зрители, вы, нам писали, что пицца вам в антресоле очень нравится. Сейчас мы вам покажем, как ее готовят и в каких условиях хранят начинки для пиццы. Для этого мне понадобится пирометр. Вот это у вас что такое? Колбаса. Нет, это шинка. Ну, шинка называют. Окей. Температура 16 градусов Цельсия. А ведь это у вас холодильник для начинок. Температура у любой начинки для пиццы должна быть плюс 6. Нужно накрывать все эти сутки и контейнеры. Потому что продукты портятся очень быстро. У вас во всех соусах, которые тоже не накрыты и не стоят в холодильнике, ложки, вот этот зеленый соус, он уже обветрился по краям. У него температура 24 градуса. А це у 4 раза больше понад норму. Он тоже может стоять максимум при температуре плюс 6. Такий соус пиццу не прикрасить. Теперь посмотрим на печки, где пекут пиццу. Немного сажи. Наверху на ней немного пыли. А это форма для выпекания пиццы. Ну, это же чистые формы якобы стоят. Вы потом их повторно используете. Да. В конце дня. Девочки, вот что на них творится. Кожна нова пицца в комплекте зі старим нагаром. Формы нужно вымыть. А це що за бруднюля? Это просто любимая. Страшно уявити, як виглядає нелюбиме. Вам не штопать ее надо, ее уже нужно списать. Тем более, что у вас есть новое. Так, а что это у вас внизу такое лежит? Твердый сыр? При какой температуре он может лежать? При температуре от 0 до плюс 8. Это не 0, плюс 8. Це від тепла вже поплив. Почему вы в холодильник не положили? Яка халатність? Неизвестно вообще, когда он сделан. Тут уже ничего не прочитаешь. 18, чего непонятно, 2016. Январь, февраль, март, апрель. Может быть, его уже списывать давно пора. Девочки, спасибо, что показали кухню. Пойду у вас выбирать что-нибудь в меню. Лестница деревянная, перила очень красивая, тоже деревянная. Считается, конечно, но держится. Имитация книжных полок.
Ну и пошли различные пироги. Интересно. Так аппетит-то поднимаешься наверх, а аппетит все больше и больше и больше. Стулья из разных комплектов, красный, белый, коричневый. Сяду за красный. О, тюльпаны. Quel romantique, как говорят во Франции. Добрый день. Здравствуйте. Мы уже знакомились. Ксюша. Добрый день. Здрасте, вас как зовут? Меня зовут Ксюша. У вас блузка расстегнулась. Да. Да не хвилюйтесь так. Ксюша, это меню? Да. Можно мне еще книгу жалоб предложений? По какой причине? Хочу. Так, случайно. Хорошо, я сейчас посмотрю книгу жалоб и меню, а потом вас позову. Да. Спасибо. Книга жалоб предложений. И в ней нет ни одной записи. Оформлена она 17 мая 2011 года. В ней ни одной записи нет за почти 5 лет. Ее что, ховали от гостей? Цены в меню. Все начинается с кофе. Для меня хороший знак. Эспрессо 15 гривен. Соленые пироги французские с беконом 33 гривны. Салаты капрезе 68 гривен. Французский салат с тунцом 84 гривны. Пиццы. Фирменная пицца. Самая большая стоит 206 гривен. Внизу указан для пиццы диаметром 48 сантиметров вес 1,2 кг. Ориентировочный вес пиццы плюс-минус 9%. Допустимое расхождение веса максимально 5%. Тут как-то еще 9 туда, 9 сюда. То 100 грамм начинки могут и не докласти? Ксюша, вы хорошо учились в школе? Неплохо. Какой иностранный язык вы учили? Английский. Perfect. I need your help. I'm a little bit lost. Do you want some soup, maybe some pasta or salt? What's the most popular dish in here? Pizza. Such a fast answer. Which one? This one with meat. This one. How it's called? Meat supreme. What does it mean? All these meats consist with meat. Ксюша, хорошо, что вы понимаете, в общем. По-английски что было? Было в школе 5. Из 5? Ну, и тогда еще была пятибалльная система. Хорошо, что не по новой. Важливое уточнение. Скажите мне, что такое фирменная пицца? Сыр, курица, гриль, ананасы, болгарский перец, помидоры, оливки. Помидоры я уже говорила. И салями. Молодец, садись 5. Это по пятибалльной? Да, это по пятибалльной, да. Давайте фирменную пиццу. Какого размера? Большого. Самую большую? Самую большую. И сколько человек накрывать? А нас много, но есть я буду один. Хорошо. Еще. Я смотрю, что у вас тут много вариантов кофе. А давайте мне латте макьято. Хорошо. Ну и пока мне готовят мою большую пиццу, проверим жвачки. Ну, жвачек у меня под столом нет. Кстати, если вы придете с малышом, тут есть и детский стул. Для самых маленьких. Для малюсеньких. Тут он же грязный. Потому что дети тут руками все время берутся. Но чехол надо пристырнуть. Ни крошек, ни грязи в стуле я не нашел. А вот це вже добре. Если вашему малышу не понравится детское кресло, можете посадить его на маленького лося. Лось притом не формал, у него кольцо в носу. Я на такое уже не сгроможусь. Наш малыш тоже на него не поместится. Разломаю. Не кожен малыш дійсно малюк. У нашего самого большого оператора Саши есть имя, которое мы его иногда называем «малыш». Лось слегка расшатан, но еще держится. Да и в общем чисто. Вентиляцию обшили кожзамом. Некоторые люди так за машинами ухаживают, а тут за вентиляцией следят. Но сверху на ней немного пыли. При самой решетке вентиляции пыли нет. Прямо под вентиляцией имитация книг. Книги, между прочим, неплохо подобраны. Такой библиотекой может гордиться любой парижский студент филологического факультета. Если вам совсем тоскливо, и вы сидите в антресоле один-однёшенько,
Тогда можно сверху с антресоли подглядывать за остальными гостями. Вот, например, мальчик взял и съел сам целую пиццу. И не лопнул. У Вадима велика пицца ще попереду. Еще в антресоли очень оригинальная люстра, сделана из кофейных чашек. И в них лампы, имитирующие свечи. Та чи протирають цей декор? На блюдце пыли нет. Молодцы. Идемте искать уборную. А вот и уборная. Плитка в итальянском стиле. Надпись WC. Чисто. Свет включается автоматически. Идем. Так по-девичьи очень мило и светло. Зеркало в золотой оправе и полосатые обои. Ну, начнем мы с туалета. Кабинки две, и они унисекс. Кто-то заходил до меня. По запаху слышу. Вентиляции пыли нет. Унитаз. Крышка чистая. На ободке встречаются капли. Кто-то не попал. Под ободком тоже есть капли мочи. Унитаз нужно вытирать и делать это регулярно. Туалетная бумага. Один рулон почти закончился в держателе. Второй рулон стоит на свином бачке. Держатель чистый. Ведро уже заполнено бумагой доверху. Пакет пока никто не поменял. И ёж. Что, снова? Ёж грязный. Это не ёж, это горе в семье. Санузел симпатичный, но требует уборки. Проверим чистоту раковины. В переливе грязь. Очень плохо. Зеркало золотое, красивое и чистое. Почему перелив, который виден всем, не вымыть? И негайно. Насушки для рук чисто. Вместо мусорного ведра корзина, в которой меняют пакеты, есть несколько салфеток. А салфетки явно выносят из туалета. Ведь бумажных полотенец одноразовых здесь нет. Мой руки. Кран только с холодной водой. Мыло есть. Пахнет миндалем. Мы высушим руки. Работает. А зеркало тут, кстати, не одно. Есть еще второе, огромное. Так, посмотрим, что с ним. Чисто. Я только что проверил состояние этого зеркала и могу оставить это здесь. Доместос. Чисто. Уверен, что в антресоль приходят сотни девушек. И не только за тем, чтобы поесть, а чтобы прийти к этому зеркалу, посмотреться в него, полюбоваться и наделать кучу селфи. И запустить потом в социальные сети. Но зеркало само так и просит, оно уже огромного размера. Сфотографируйся во мне. В туалете не нашел графика уборок. Возможно, если бы он был, то тут было бы чище. Разочаровал унитаз и ёрш. Ты что, руки я вымыл? Интересно, меня уже ждет еда. Приборы уже принесли. Такие мини-соль и перец. Чтобы не пересаливать и не переперчивать. Вилка и нож из одного комплекта с деревянной ручкой. Пиццу такими обычно резать удобно. Вы как с хлебом с солью прям. Это все мне? Сам же напросився. И сколько человек накрывать? А нас много, но есть я буду один. Мне нужно быть вы и повар, который готовил пиццу. Хорошо. Позовете? Спасибо. Час дегустации. А что вы так нервничаете? Я знаю, сам по себе как-то. Давно делаете пиццу? 4. Ну и как у вас получается? Да. Давайте узнаем правду. Пиццу нужно есть руками, приборы мне не нужны.
Беат, пицца — это такое простое итальянское блюдо, что многим кажется, и очень просто готовить. И они начинают фантазировать, придумывать что-то свое, класть странные начинки. И получается не очень вкусно. Но не у вас. Пицца вкусная. Можно сказать, немного мексиканская. Островатая с салями, ананас, помидоры. Спасибо. Можно дышать. Вам спасибо. Но еще не все. Салаты ваших рук дело. Тогда далеко не уходим. Ксюша, все это время у вас был наш тайный покупатель. Сейчас мы узнаем, обвешивают ли в антресоли. И как у вас вообще с обслуживанием? Идемте к тайному покупателю. Уверен, он нам все расскажет. А далеко нам ходить не надо, наш тайный покупатель. Вот. Здравствуй, Юля. Расскажи, как тебя обслуживали? Что происходило все это время? Меня прекрасно обслуживали. Девочка-официант Ксюша. Она очень быстро приняла заказ. Я попросила доступ к Wi-Fi. Тут же мне предоставили бумажечку. И за то, что я долго ждала, она вот такой мне презентик в виде тортика принесла. То есть ты долго ждала заказ? Ксюша мне сказала, что придется мне немножко подождать. Не приехал ревизор. То це ми винні. Всем выносится торт? Мы всех угощаем, кто долго ждет. Совпало, что вы как раз зашли на кухню, и я приняла заказ у девушки. И вышло так, что именно на нее заказе была задержка. Другие заказы задерживали или выдали? Нет, уже нет. Потом уже все. Все успели? Да. Нашему таємному покупцю пощастило. Ты довольна обслуживанием? Я очень довольна обслуживанием, да. Сейчас мы узнаем, обвешивают ли в антресоли. Ты заказала... Салат тунцом. Можно меню, пожалуйста? Французский салат с тунцом – это ваш самый дорогой салат. Он стоит 84 гривны и его вес 400 граммов. Давайте узнаем, есть ли здесь 400 граммов. Проверим, обвешивают ли в антресоле. Сколько в нем тунца должно быть? 45. Если пособирать последние куски тунца, думаю, 45 грамм не наберется. Пока вес 170. Должен быть 400. Вес салата 336 граммов. В меню вес указан 400. Лимона не хватает. Лимона не хватает? Я не знаю, где этот лимон. Я не вижу в салате яйца, микса салатов. Я вижу пекинскую капусту в большом количестве. И я не вижу 64 грамма при весе салата. 400 граммов – это почти 15% веса. У вас нужно исправить. Не мы кормим, а мы обвешиваем. Можно мне, пожалуйста, мой счет и счет тайного покупателя мне за стол? Спасибо, что была нашим тайным. Жаль, что так получилось. Ну и пока я взвешивал, мне уже принесли кофе. Мой счет за пиццу и латте 235 гривен. Счет тайного покупателя 138 гривен. Ксюш, хочу рассчитаться. Вы же карточки принимаете? Угу. Куда вы пошли, Ксюша? Что нужно сделать? Он у вас мобильный. Принесите его, пожалуйста. Нет, я пока что хочу, чтобы вы меня рассчитали. И хочу узнать, вы у всех гостей забираете карточку? Тільки у ревізора. Сподіваємось, що ця помилка виникла через хвилювання офіціанта. Ніколи не забирайте карточку у ваших гостей. Ніколи. Тим більше у вас мобільний термінал, ви можете його легко принести. Всього 373 гривні. Спасибо, Ксенія. Пробую кофе. В ньому дуже багато молока. Я обычно такое не пью, но сам попросил.
Кофе вкусный, ароматный. И молоко горячее. В общем, вкусно. Ну что, это была антресоль. Тут я попробовал фирменную огромную пиццу, взвесил слова тайного покупателя. И нужно пойти посвящаться с командой. Ревизор проверил кафе «Антресоль» в Ужгороде. Экстерьер. Кафе занимает два этажа здания в самом центре города по адресу площадь Курятовича, 1. Интерьер. Напоминает квартиру европейского студента. Пестрые диваны, разноцветные стулья, на стенах имитация книг, кулинарные и тревел-фотографии. Между этажами оригинальная люстра с кофейными чашками. Цены. Мой счет за огромную фирменную пиццу антресоль и кофе латте макьято 235 гривен. Счет тайного покупателя 138 гривен. Чистота. В зале кафе чисто. Здесь протирают даже труднодоступную люстру. Туалет у вас красивый, но унитаз и ёршик недомыты. А в переливе раковины грязь. А теперь кухня. За кухней вы, в общем, следите. Но мелкие залеты по всем фронтам у вас все же есть. У вас проблемы с температурой хранения продуктов. Начинки для пиццы. Целая головка сыра. Вы храните при слишком высокой температуре. У вас проколы и с маркировкой. Я не нашел никаких дат на овощах в морозилке. И на соусах для салатов. Обслуживание. Официант Ксения мила и старательна. Она немного разнервничалась, но на все вопросы по меню ответила и даже поговорила со мной по-английски. Нашему тайному покупателю Юле обслуживание тоже понравилось. Из-за нашей ревизии ее заказ задержали и в качестве компенсации угостили чизкейком. Я пробовал еду. Фирменная пицца и кофе оказались вкусными. Мы взвесили салат тайного покупателя. Его состав отличался от того, что указано в меню. В нем не было яйца и 64 граммов веса. К сожалению, нашего тайного покупателя обвесили почти на 15%. Антресоль – это милое, уютное кафе. И у вас прекрасный сервис. Но вы же сами все понимаете. Недоработки на кухне можно было бы простить. Но обвес – это серьезно. Блюда должны соответствовать меню. Всегда. Девочки, мне очень жаль. Но оставить рекомендацию вам сегодня я не могу. Ревизор в Ужгороде. Это супермаркет «Барва», и я приехал сюда на ревизию. Почему? Потому что вы нам писали. Вот мы и здесь. «Барва» – мережа супермаркетів на Закарпатті. Ужгородський відкрився у 2006 році. Супермаркет належить родині народного депутата Павла Балоги. Негативних відгуків дуже багато. Персонал хамовитий. Хотіла написати відгук в книгу скарг та пропозицій, але у них такої книжечки немає. Ціни на прилавках одні, а коли дивишся по чеку, то зовсім інші. Виросли вмить. Дуже багато протермінованого товару, ну як належне, його висовують на сам початок, а раптом покупці не подивляться на термін. Умови зберігання продуктів жахливі. Бачив, як впала на підлогу булочка. Лежала-лежала, доки хтось з персоналу не поклав назад на полицю. Поміщення дуже велике, між рядами просторне. Здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я Вадим Абрамов, ведущий программы «Ревизор». Так, слушай, извините, вы мало... Здравствуйте, а вы контролер Василий? Нет, значит, слушай, дорогой, не будете команды, будете дома, во-первых. Можете быть контролером, там, кем хотите. Простите, пожалуйста. Начальника, директора нет. Зустречают хлебом Силью. Что же мне дверь закрывается? Подождите. Я... Подождите. Эй, аккуратнее, простите. О, что, что происходит? Підмога підлетіла вмить. Подождите, что происходит? Я сейчас він прийде на місто. Директор супермаркета? Да. Когда да. сейчас? Я сейчас он прийде на місто. Мы не можем его ждать. Ну, поковать, осмотреться, что к чему. Вы сейчас нарушаете закон Украины. Вы препятствуете журналистской деятельности. Все начинают. Откройте, пожалуйста, дверь. Он... Вы не имеете права мне мешать ее открыть. Слушай, давайте не будем спорить. Что значит, давайте не будем спорить? Моя рука сейчас в двери. Осторожно, пожалуйста. Аккуратно. Я хотя бы руку достану. Я просто очень... Отпустите, я даже руку не могу достать. Давай закончим на том, кто... Мы сейчас все проверим. И на склады мы тоже попадем. Я просто хочу сказать, что сейчас хуже выглядят не журналисты, а некие контролеры супермаркета, которые нарушают закон. Вадим, пожалуйста, халат, и принимаемся за проверку. К сожалению, в барвах очень красочные контролеры, которые готовы бросаться на журналистов. Идемте в зал. А до підсобних приміщень мы еще доберемся. Здравствуйте. Что? Не-не-не. Да-да-да. Куда вы побежали? Куда? И втекла. Осмотрюсь тогда сам. Почнемо с кулинарии. Курицы стоят вообще без холодильника. А ведь они обязательно должны быть в холодильнике при температуре плюс 6. Это даже написано на ценнике. Проверим их температуру. 15,8 градуса Цельсия. Температура выше майже у 3 раза. Вот это банет. Он должен подогревать все продукты. Внизу заливается вода, она греется. Пар поднимается от воды и прогревает формы, в которых лежат продукты. Какая температура у воды? 18,2 градуса Цельсия. Но ничего не греет. Он выключен. Идемте дальше. Под жарочным шкафом для куриц гриль внизу стоит судок. Что это такое? С куриц гриль слили жир? И почему его не выбросили? Чтобы новых куриц замариновать, чтобы аппетитнее было. Брыдко. Почему это здесь стоит? Неизвестно. Курица гриль. Шкаф выключен. Рабочий день почти закончен. Грязный поднос никто не забрал. Сам шкаф грязный. Внизу гарь и жир. Курицы оставлены, продавец убежала. И в холодильник сховати кур нікому. Мусорное ведро практически полное. Часть мусора валяется рядом с ведром. Давайте покажу вытяжку. Вытяжку моют редко. В ней очень много пыли. Внутри пыли еще больше. Посмотрите, сколько вытяжки старой черной пыли. Это вообще никто не вымывает. Это не жир утягивает вытяжку, а с вытяжки падает черная пыль прямо на куриц гриль. А тем часом продавец кулинарии повернулась. Давайте, давайте, ваш отдел. Вас как зовут? Зузана. Когда сделали беляши и котлеты? Ну, это мы скажем, день робиться. Когда? В час дня их вынесли. Уйди подождать 5 минут. Холодный. А что, что вы выгоняете продавца? Не, не, просто колбасу люди ждут. Магазин же работает, не закрыт. А, там в отделе покупатели пришли. Да. Тоді продовжимо самі. Как говорит Сузанна, беляши сделали в час дня. Сейчас уже 8:30. Максимальное время, при котором могут храниться эти беляши, не более 3 часов. Это даже написано на ценнике. Прошло 4.5 часа, как эти беляши просрочены. Их никто не снял. Идемте дальше. А тим часом наш експерт з супермаркетів Наталя Кудряшова розпочала власну перевірку. Сразу 3 тележки. Не відривається? Ой, они втекились. Сіленок не хватает. О, тут тележки с секретом. Але Наталя їх перемогла. Они не хотят ехать в торговый зал и делать покупки. Ну что ж, заходим в торговый зал. Рыбный отдел. Салат из морской капусты. 8 апреля родился. Срок его хранения 15 суток.
И он прошел 23 апреля. Сегодня у нас 26 число, поэтому этот салат отправляется к нам в тележку. Давайте посмотрим, он один такой на полочке или у него есть товарищи? Два товарища. Еще одна прострочка. Этот салат не просрочен, и этот не просрочен, а этот просрочен. Как вы видите, просрочка стояла спереди, для того, чтобы вы ее купили побыстрее. И магазин продолжал торговать уже непросроченным товаром. Вот так магазин компенсирует свои убытки за счет покупателей. Что тут у нас есть еще в рыбке? Животики лосося 12 дней как просрочены. Слушайте, ну это же рыба. Отравление от нее одно из самых страшных. И просрочено на 2 недели. Она отправляется к нам в тележку. И подали вид покупцев. А вот на этой упаковке, которую зафасовали 23 апреля, не поставили вообще никакой даты. Это тоже является нарушением. Бессмертные животики. А Вадим тем часом ревизує м'ясний відділ. Посмотрите на фарш. Это один фарш. Судя по цвету, это второй фарш. А вот это третий. 3 разных фарша продаются под видом одного. Наверное, это домашний с курицей. В одной емкости. У меня такое впечатление, что к старому фаршу подкладывали свежий. Посмотрите на разницу в цвете. Этот ярко-красный, этот уже серый. Засохлый. Нарезка для колбасы сыра заклеена скотчем. 1000 раз. Обматывали. Но все это грубейшее нарушение любых санитарных норм. Посмотрите, под этим скотчем остается грязь. Живут бактерии. Они все остаются на той колбасе, которую вам нарежут. А вы потом отправите себе это в рот? Я вам такого бутерброда не желаю. Вот эта большая доска неизвестно для чего. Тут на ней ничего не написано. Для сыра она. Потому что это сырное дело. Неизвестно. И тут журнал со стикерами. Пекарня, сыр российский, колбаса галицкая. Что-то, видимо, выдается в пекарню или забирается из нее. Клеятся ценники. Окошко открывается в кондитерский цех. Сейчас он не работает, не горит свет. А здесь что? Вместе с половником. Судя по виду, взбитые сливки. Крем из взбитых сливок может храниться максимум 6 часов. Когда сделан этот? Никакой информации нет. Кондитерский цех откроется только завтра. Крем простоит всю ночь в тепле с ложкой. И до ранку зіпсується. Давайте посмотрим, что там внутри. О, сколько тут всего интересного. Ничего не испачкал. Здравствуйте, программа «В гостях у сказки» в супермаркете «Барва» начинается. Прямо на стеллаже оставили готовые бисквиты. Залишили обветриватись. На одном противне с выпеченным слоеным тестом лежит уже запакованное. Палочки слоеные с сыром. Изготовлены 19 апреля. Употребить до 26 апреля. 26 апреля – это сегодня. Это просрочка. Почему она лежит на подносе с выпечкой, неизвестно никому. Гоупрошка есть хотя бы? Хендик, гоупрошка, что-нибудь. Я поснимаю сам. Сейчас я вам все покажу. В холодильнике вот эти кремы открыты. Вот корж, он тоже не накрыт, бисквит. Все без каких-либо стикеров. Тут огромное количество тортов и коржи. Пирожные свалены в братскую могилу. Посмотрите, в каком количестве. Смачно. Сережка, сделай, пожалуйста, то же самое. Аккуратно. И оператор теж залезає у цех. О, ну что, идем? На стеллаже огромное количество выпеченных кексов. Вот один корж надрезали и бросили. Вот этот корж уже вообще все свое отжил. Посмотрите на него. Его хотя бы дорогу бей, но его никто не выбросил. Скорее всего, пойдет куда-нибудь на пирожное. А ну вот, из него делают крошку.
Прихватка очень грязная, старая. Ще й підгоріла. Внизу, без холодильника, стоит тесто. В муке, в грязном тазу, ложка. Тут еще одна какая-то хлебная крошка. Все вообще не накрыто. В супермаркете все должно быть накрыто, все должно стоять в холодильнике, все должно быть аккуратно. Тут закончился рабочий день. Все ушли с рабочих мест и бросили все как было. Как будто нужно было встать и убежать. И у Ани есть знахідки. У сырному відділі. Оборудование в жутком состоянии. Очень много мусора. Обгоревшие кнопки. Вот. Обрезки колбасы. Супермаркет закрывается через час. Здесь, в колбасном цехе, никто даже не собирается убирать. Персонала нету, только мухи летают. Вот смотрите, кусочек бекона. Закрыто. К Вадиму не попасть. До речи, як там Вадим? Прямо на стене устроили мини-аптечку. Тут таблетки, анальгина. 2 гривны. Ножпа. Пилка для ногтей чья-то лежит. Аптека, салон красы, чи все ж таки кулинарный цех? На мойке тоже часть посуды не помыли. Ее поставили в раковину и ушли домой. Сама помыется. Это все в кондитерском цехе. В супермаркете «Барба» в Ужгороде. Вот набор для красок. В банке из-под меда. Тут, слушайте, юный алхимик. Кроваво-красный краситель. Вот желтый, зеленый, синий. Ну чисто тобі веселка. С таким набором можно возродить любой продукт. Ну или подкрасить любой десерт. А тим часом у Наталі Кудряшової нові знахідки. Детский отдел. Тут товар в сроки. Окей. Эти товары не просрочены, это хорошо. Непродовольственные товары для детей тоже имеют сроки годности. Особенно вот влажные салфетки, которые соприкасаются с нежным телом малыша. Вот берем любую из середины. 27 апреля 2013 года их сделали, а в 10 месяце 2015 года его срок хранения подошел к концу. Эти влажные салфетки, они просрочены. Да, это не продукт питания, его не употребляют внутрь, но он соприкасается с нежной кожей вашего малыша. Это просрочка, это очень опасно. Мы ее забираем. А Вадим продолжает проверять кондитерский цех. В морозилке. На верхней полке морозится и клубника, и какое-то пирожное, похожее на картошку. Ниже торты и какие-то заготовки. Что это за шоколадные дрожжи? Вже навіть инеем вкрылося. Ничего не накрыто. В глубине тесто замерзло так, ой, что его и не достать. Может, холодильник поломать? Вот кусок теста. Когда сделано, неизвестно, что собирается печь из этого теста. Лучше не знать, лучше это не есть. Вот какой-то странный торт, давно потерявший свою форму. На нем нет никакой маркировки. Когда он сделан, неизвестно. Посмотрите, какой он косой. Его перекосило. Смакота. Вообще ничего не могу сказать приличного, а это из заморозки. Здесь в холодильниках беда, в заморозках беда. Абсолютный беспорядок, ни одного стикера. На холодильнике гора пыли, муки и какао. Секретный рецепт десертов. Поки Вадим ревізує кулінарний цех, до команди у залі підійшов невідомий. А ви хто, простите? Я... Кто вы? Простите. Сергей. А, не трогайте аппаратуру руками. Прекрасно, я теж. Тут іде знімання програми ревізору. Як ви проникли на склад? Це закритий, світ виключений, а ви там шарите. Поговоріть з журналістами. А як ви туди зайдете? Зайдіть через двері. Там ще якийсь мужчина вліз. Здравствуйте. А вы кто? Сергей, громадянин Украины. Здравствуйте, Сергей. Что вы здесь делаете? Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь. Зачем? Вы же залезли сюда, да? А вы здесь что делаете? Я ведущий программы «Ревизор», журналист. У меня есть медицинская книжка. Вот сюда через окно это видели все, в том числе и зрители. Вы кто? Вы кто? Директор супермаркета. Бино. Зізнався. А вы директор супермаркета? Откройте, пожалуйста, дверь, я выйду. Адже у кондитерскому цеху мы все показали. Через окно, как залезли, так и вылезли. Откройте дверь. Ну что, дверь мне не открывают? Вылезайте.
Я даю тебе второй стерильный халат. У тебя есть еще один? Конечно, мне Лена поменяла. Но если вы не даете мне выхода, хорошо, я буду вылазить так же, как и залазил. Упс. Да. А зачем вы закрываете двери? Секунду, пожалуйста, у нас там оператор. Собирались в залог брать. Конечно. Очень смешно. Сереж, давай, выходи. А вы тут сами можете оставаться. Завести порядок заодно. Закрывайтесь, закрывайтесь там. До свидания. Кондитерский цех я вам показал. Идемте в зал. Тем часом Наталья Кудряшова продолжает свой рейд. В детском отделе мы уже были, но это была не продовольственная группа. Давайте мы посмотрим, что продают для детей из продуктов питания. Вот этот детский молочный коктейль. По 24 апреля срок его годности. Это просрочка. Детскую продукцию я инспектирую особо внимательно, поэтому я пересмотрю все коктейли и все даты, для того, чтобы вы их не купили своим детям. 5 просрочка. И по 24.04. Срок его изготовления еще в прошлом году, 26 декабря. Можете себе представить, какая бомба замедленного действия здесь хранится? Кошмар. Вот еще один такой же. Это детская продукция. Здесь даже день просрочки играет очень большую роль. Но нельзя так себя вести с детской продукцией, тем более молочной. Посмотрите, в каких условиях она хранится. В грязи. Что-то здесь протекает явно. Вместо того, чтобы забрать протекший товар и вымыть полку, продавцы просто закрыли чистым товаром грязные полки. А Вадим направляется у колбасный отдел. На прилавке с копчеными колбасами висит салями без вакуумной упаковки. Вес у этой палки 240 граммов. Возьму следующую. Тут 246 граммов. А давайте проверим, какой вес у этой колбасы настоящий. Взвесите мне колбасу. Я забрала все, что осталось. Вес этой палки 250 граммов. Давайте взвесим. По факту 208. 42 грамма воздуха. Зважимо еще одно. Вес вот этой палки 252 грамма. Давайте. По факту 204. Пробивайте ценник. Цена ее 13 гривен 6 копеек. Супермаркет пытался продать ее за 16 гривен 13 копеек. В Барби в Ужгороде могут запросто взять и развести на 3 гривны в одной палке колбасы. Такая колбаса может высыхать, действительно. Но ценники на ней и вес, указанный на этикетках, обязательно должен соответствовать действительности. Пожалуйста, перезвесьте это все, повесьте новые ценники. Потому что продавать это сейчас нельзя. Идемте дальше. В молочном отделе проверим чистоту. Очень много пыли. Просто слоем лежит. Комками собирается. Давно тут не пробирали. Давайте посмотрим на вот эти вот сыры. Творог кисломолочный. Посмотрите на этот очень грязный поднос, на котором продается творог. Сейчас мы сделаем смыв на общее микробное число. И отдадим этот смыв в лабораторию. Вы же покупаете этот творог, приносите домой. Можете есть его и сырым. Можете его положить в салат. Или заправить сметаной и дать своему ребенку. Так, смыв я сделал. Погружаю в питательную среду. Мы передаем это на исследование в лабораторию, а результаты анализа узнаем в страстях по ревизору. Проверка Натальи Кудряшовой добегает конца. Так мы направляемся на кассу. Становимся в очередь. А пока проверим, что творится на прикасовой зоне. Нашему эксперту с супермаркетов завжди есть чем заняться. Туалетная бумага, которая не упакована, она лежит практически впритык с полом. Любая грязь, которую вы вот идете, пинаете туда, она вся попадает вот сюда. А это напрямую контачит с вашей слизистой. Такая выкладка запрещена. Это не гигиенично. Вот подходит наша очередь. Добрый вечер. Добрый вечер. Вам пакет? Да. Держите. Пожалуйста.
Спасибо. Вадим теж завершує ревізію. А вот эти все сладости – это собственная расфасовка магазина. Тут и зефир, и мармелад, и печенье. Давайте что-нибудь возьмем. Вот печенье в шоколаде, срок годности по 6 июня. И вот, допустим, мармелад, срок годности по 9 августа этого года. Ну что, возьмем? А навіщо? Незабаром дізнаєтесь. Идем на кассу. Становимся в очередь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Валя. Валя, вас? Миша. Как вам вообще бар? Вы нравится? Да. Нормально, выбор великий. Цены более-менее. Я вам советую посмотреть программу «Ревизор». Мы уже поняли. После того, что мы увидели в баре, я думаю, что вам будет очень интересно. Давайте, я за вами. Добрый вечер. Здравствуйте. Можно что-то вам давать? Да. Маленький, великий? Маленький. Общая сумма 80 гривен 13 копеек. Да. Да? Да. А вот у вас на экране видно как раз, что вы мне пробили. Печенье, да. Мармелад, да. И поддон С70. Да. Две штуки по 40 копеек, 80 копеек. А что такое поддон С70? Эти вот тарелочки. А я не хочу покупать тарелочку. Не знаю, так попробую. Но подождите, вы мне в нагрузку даете какой-то дополнительный товар за 40 копеек каждый поддон. На виделе можно было попросить высыпать в кулечок. Круто, что мы дізнаємося про це тільки на кассе. Здесь на этой упаковке нигде не написано, что этот мармелад будет стоить не 11,44, а 11,44 плюс 40 копеек 11,84. Я на липочка за поддон. Здесь добрый. Не написано, что я должен что-то покупать. Добре, можем удалить. Слушайте, это вы для меня сейчас это делаете, а да. Как вы с остальными покупателями поступаете? Вот девушка сейчас тоже заплатит за поддон? Да. Простому покупцеві пощастить меньше. Здравствуйте. Вы, здравствуйте. Извините, я только что узнал, что здесь впаривают поддоны по 40 копеек. Честно, мы с тобой только что это обсуждали, никогда в чеках не обращала внимания, потому что вроде бы мелочь, пойду развод. Вы не имеете права этого делать. Тут есть вас не будет. С девушки вы собираетесь взять 40 копеек? Нет, девушки не покупать. А следующий покупатель через тоже налог, не кто будет иметь? Я не хочу платить за этот поддон. И не буду этого делать. И вам говорю, обязательно проверяйте чеки в супермаркете, чтобы вам не впарили поддоны, не всунули дополнительные продукты или товары, которые вы не собирались вообще покупать. Бо це незаконно. Я рассчитаю с карты. Пожалуйста. Мой чек 79 гривен 83 копейки. Никаких поддонов нет. До свидания. Это был супермаркет «Барва» в Ужгороде. И ревизия действительно была яркой. Ну что, пойду посовещаюсь с командой. Мы проверили супермаркет «Барва» в Ужгороде на улице Гагарина, 38. Обслуживание. Если коротко, здесь обвешивают. Впаривают товары, которые вы не собирались покупать, и продают просрочку. Служба контроля мешала съемкам по мере сил, но мы смогли показать вам изнанку «Барвы». Безопасность. С таким обслуживанием о безопасности покупателей речь не идет. В подсобных помещениях, куда мы попали через раздаточное окно, бардак. Персонал ушел и бросил продукты без холодильников. А в холодильнике страшно заглядывать. Посмотрите еще раз сами. О своих находках нам расскажет наш эксперт Наталья Кудряшова. Наташа. Спасибо, Вадим. В «Барве» мне с улыбкой продали просрочки и некондиционного товара на 859 гривен. Дайте, пожалуйста, халат. Спасибо. Как же много. Ого, это один пакет только. И это тоже. Вот. С учетом всех находок могу сказать уверенно, этот супермаркет лучше обойти стороной. Здесь небезопасно делать покупки. «Ревизор» не рекомендует супермаркет «Барва» в Ужгороде на улице Гагарина, 38. «Ревизор» в Ужгороде – это ресторан «Вараш», и мы сюда приехали на ревизию. «Вараш» – ресторан закарпатської кухні, розташований в історичній частині міста. Гості здебільшого хвалять.
Хороший ресторан. Смачно повечеряли. Сподобалось обслуговування та романтична атмосфера. Ресторан с претензией. Пафосный интерьер. Слишком много всего. Нет ощущения уюта. Самый большой плюс ресторана – окна. Из них открывается вид на площадь Петефи, начало исторической части города. Ресторан супер. Дуже затишна і приємна атмосфера. Смачна кухня. Завжди приємно туди повертатися. Здравствуйте. Здравствуйте. Такая красивая кованая лестница, лежит ковровая дорожка. Между прочим, чистая. Пятен я на ней не вижу. Ого, зеркальная стена. Можно на себя смотреть в полный рост. А підніматися доводиться аж на третій поверх. Ух! Марш! Надо больше заниматься спортом, могу я себе сказать. Самокритично. Здравствуйте. Доброго дня. Кухня там? Хорошо, спасибо. Вдягаємо халат і до роботи. Я Вадим Абрамов. А вы кто? Я Алена, директор. Здравствуйте, Алена, директор. Мы к вам на ревизию. Добро пожаловать. Вот так легко. Здрасте. Добрый. Кто главный? Главный. Главный сейчас подойдет. Главный я старшей смены. Да вас как зовут? Силат. Вас как зовут? Михаил. Михаил, а вас? Вася. Готовились к нашему приходу? Начните уборку, увидите. Уборку? Я не занимаюсь уборкой, я занимаюсь ревизией. Уборками должны заниматься вы. А мы сейчас как раз проверим, как здесь проводят уборки и что происходит на кухне у Вараша в Ужгороде. Начну я как раз с вашего хоспера. Итак, я открываю хоспер. Там на углях готовится еда. Внутри в нем все в порядке. Градусник показывает 280, а вот сверху... Немного сажи. А вот что с вытяжкой творится над хоспером, это уже интересно. Здравствуйте. Здрасте. Николай. А. Шеф-повар. Красивая форма у вас. Красончик. Так. Вытяжки над хоспером, много сажи. Как часто у вас генуборки? Ну, генерально по понедельникам. Сверху на вытяжке. Чисто. Ну, давайте пройдем другим вытяжкам. Что в фильтрах? Ага. В фильтре вытяжки немного жира есть. Вы вчера ее мыли? Это у вас за день столько жира? Или просто не домыли фильтр? Ну, может, трудно. Ну, его все равно надо вымывать везде. Вот прям везде. Ну, я чуть-чуть погрешность. Внутри вытяжка чистая. Даже вижу свое отражение. Плита. На ней пару капель жира и тут, и там. В общем, чисто. Фритюр ваш. Проверю масло. Как часто вы его меняете? Ну, раза в три, если хорошо. Журнал смены масла есть? Нет. У меня в руках анализатор качества масла. Давайте проверим ваш. Показатели пока растут. Цвет анализатора изменился на желтый. Анализатор горит желтым цветом. Это означает, скоро масло нужно менять. И вот для чего вам нужен журнал. Мы заведем. Сподеваемось. А я займусь пока большим холодильником. На верхней полке в стеклянной банке молоко. Дата 25.04. А откуда молоко? Это вот молоко, что осталось в пакетах было. Молоко с пакета вы перелили? Мы перелили в банку. Перелили в банку, правильно сделали. Николай, извините, это пожалуйста. Сон. Вот это молоко в банке с капроновой крышкой выглядит как молоко, купленное у бабушки на рынке. Я понимаю, но мы не покупаем, это опасно, брать на рынке молоко. Да, именно потому что это опасно. Я это понимаю. Мы только покупаем в магазине. Вот это вот молочко, видите, оттуда вот. Жито до 22 мая. Если мы берем в супермаркете, они предоставляют чек. Можете показать чек? Могу. Спасибо. Можно? Да. Грибная паста какая-то. А ну-ка. Дайте пока закрою холодильник, чтобы он не грелся. Дата.
Молока вы купили две упаковки 23 апреля. 25-е – это дата чего? Перелили мы в банк. Вы правильно сделали. Вы просто увереннее говорите. Люди переживают. А волков будет все равно величие. Мы перелили в банку. Сейчас есть перелив в банку. Меня интересовал вопрос, что это за дата? Ответ я услышал. На галерці директор переживає не менше. На полке ниже стоят первые блюда. Все кастрюли профессиональные. Тут написано «Бограч». Дата вчерашняя. Вторая кастрюля. Здесь солянка. Дата 24 число. Внизу узвар, морс, две кастрюли. А в глубине заныкали что? Алкоголь. Кто пьет? Соуса. Какие? Демиглас. Удивлю вас, на нее тоже надо ставить стикер. Оно не бесконечно, тем более открытое. Холодильник чистый, аккуратный. На вентиляторе пыли, грязи нет. Еще один холодильник. Это у вас вареный картофель в мундирах, а это свежие овощи. Если вы нарезаете кабачок, заворачивайте его тоже в пленку. Рядом с ним грязные грибы. Нарезанный кабачок рядом с грязными овощами лежать не может. Адже земля з грибів може потрапити на вже порізані кабачки. Дата 23.04 на все овощи. Картофель в мундирах сварили 24-го. Это уже готовый картофель. Нужно накрыть. Два сутка. На одном написано 24.04 филе. Вырезка 25.04. И действительно, написанному верить. Тут вырезка, тут филе. Идемте еще один холодильник посмотрим. На верхней полке стоит маринованный перец, оливки. Какая-то рыбная стружка, тоже консервация. На всех маринованных овощах даты есть. Ниже открытый соус «Цезарь». Без маркировки. Видно, что открыт, видите? На всем открытом обязательно должен быть стикер. Ниже украинский букет гарнир. Петрушка и укроп. Открытая зелень, опасность, что выползет какое-нибудь насекомое. Овощи в закрытом контейнере. Здесь кусок огурца, болгарский перец. Дата сегодняшняя, 26.04. Еще в одном контейнере селедка. Дата 23 число. Что-то у вас на полке и сельдь, и овощи, и зелень. Перед вами, наверное, был заказ, просто я выбегал. И они... Вы выбегаете, как я понимаю, ежедневно. Вы же не можете находиться тут 24 часа в сутки. Понимаю. И товарное соседство обязательно должны соблюдать. Написано фасоль, тунец. Даты везде указаны. Ниже сыры. Косичку замотали в пластиковую пленку. Дата 23.04. Бэйби моцарелла с датой тоже 24.04. Весь сыр стикерован и запакован. Рядом с сыром закрытый контейнер с мясными полуфабрикатами. Какой-то рулет, буженина и отварной язык. Все простикировано отдельно и все в полиэтиленовой пленке. И вот холодильник чистый. Дивимось далі. Морозилка написана минус 19.5. На вентиляторе немного пыли. Внутри масло в морозилке. А масло должно сливочное храниться в морозилке. И это хорошо. В контейнерах порционно брынза с датой 22 число. Ниже вареники в отдельном контейнере с датой 23 число. И в самом низу большой контейнер. Внутри сало соленое, сало копченое, тартары из телятины. Тартар, кстати, без даты. А на сале даты везде указаны. Морозилка чистая. На полке чисто. На верхней полке тоже чисто. Весы. Посмотрим, что у них внутри.
весах чисто, с них не сыпется грязь, и в весах нет тараканов. Подивимось на мийку. Здравствуйте. Здравствуйте. Як вам? Яка сором'язлива жіночка. Вас как зовут? Мария. Мария. За что вы здесь отвечаете? Так мою посуду. Ну и как получается? Так получается. Зараз перевіримо. Ваши мойки. Поддон. Чистые ни грязи, ни грибка, ни плесени не нахожу. Чистые тарелки вот это? Беру одну тарелку из середины, на тарелке пару капель засохших. Еле заметно. Коктейльный бокал протерт, чистый, без капель, без разводов. Все, спасибо. Пожалуйста. Не нервничайте так. Так, Мария, не надо переживать. Спасибо, что показали кухню. Пожалуйста. Пойду делать заказ. Сяду вот здесь на диван и у окна. Здравствуйте, вас как зовут? Владислав. Вы всегда работаете в белых перчатках? Практически. Практически или всегда? Когда принимаю заказы, в принципе, я принимаю без перчаток. А зараз на часть ревизора вдягли? А чего сейчас пришли в перчатках? Ну, подачи, не в перчатках. Меню. Кожаное, богатое. Горячие закуски. Королевский сыр фри с ягодным соусом 65 гривен. Холодные закуски. Тартар из телятины 99 гривен. Первое блюдо. Богрыч-гуляш 59 гривен. Отдельно блюдо закарпатской кухни. Банаш с брынзой и салом 55 гривен. Кофе. Эспрессо, ристретто и эспрессо без кофеина в одинаковую цену 13 гривен. Отдельно в Варыше есть винная карта. Есть вина на разлив французские, испанские. Вина Закарпатья, белые итальянские вина, белые французские, чилийские, грузинские. Выбор вин неплохой. Зробимо замовлення. Что вы мне порекомендуете, Владислав? Что вы не желаете? Салаты? Уже что-то с постерминки. Мне нравится, как вы разговариваете руками. Вы, кстати, говорите по-английски? Немножко. Little. Don't be afraid, I don't bite. Не зрозуміли? Если к вам приходят гости иностранец, что вы делаете? Ну, я спрашиваю, что именно он желает. Как? На каком языке? Ну, на английском. Ну... Давайте по-английски. Вот представьте себе, что я гость иностранец. Я приехал к вам из Ноттингема. What do you want to eat? I want something really good, which comes from the region. Region? Okay. Do you want a banish? With cheese. What is banish? It's a kasha. It's a kasha. It's a kasha. Кмітливо, але неправильно. Каша по-английски будет porridge. Porridge. Ну, как-то более-менее можете, наверное, выкрутиться, хотя иностранец ничего не поймет. Тож вивчати мову треба краще. Вот вы начали с закарпатской кухни. Что такое крученики из телятины с дырунами? Это крученики с телятины, фаршированные с сыром, с луком, смаженные в паспорте. Подаются с дырунами и с хлебным зеленым. А вот знание меню украинскую у вас відмінне. Долго их ждать? До 25 минут. Тогда, пожалуйста, крученики. Хорошо. Что-нибудь еще сладкое. Хочу десерт. Шоколадный суфле или он же фондан. Давайте мне тогда ваше шоколадное суфле и эспрессо. Ничего не забыли? Розсервували. Початок непоганий. Я могу забрать меню? Ничего не забыли еще? Осталось сделать две вещи. Очень простые. Которые вы должны делать каждый день, Владислав. 20. Это третья вещь. Добре, натякаємо. Вы забыли спросить у меня, когда? Когда что подавать? Бинго! Ваше предложение? Сначала кофе, потом еда. Нет, вы не правы.
Вы должны спрашивать у гостя всегда, когда он хочет выпить кофе. Я хочу свой эспрессо выпить вместе с десертом. Хорошо. Есть. Да. И это еще не все, Владислав. Еще нужна книга жалоб и предложений. Принесете? Спасибо. Спасибо. Книга жалоб и предложений. Записи есть. 6-7 февраля 2016 года. Спасибо вашему заведению за прекрасно проведенный вечер. Отдельное спасибо официанту Василию за его понимание и крепкие нервы. Следующая запись. 29 декабря 2015 года. Добрый вечер. В первую очередь хочу поблагодарить ваше заведение за гостеприимство, хороший интерьер и профессиональное обслуживание. Единственный недостаток – это то, что у вас нет зарядного устройства для iPhone. Во всех заведениях такого уровня они уже есть. Возьмите себе на заметку. Есть реакция руководства. Спасибо за... А нет, это еще один отзыв. Руководство никак не реагирует на записи. Надо спросить у Алены, что происходит. Алена! Скажите, пожалуйста, кто читает книгу жалоб и предложений? Я. Как часто вы это делаете? Ну, довольно часто. Вот тут есть одна запись, что у вас нет зарядки для одного из типов смартфонов. Уже есть. Давайте посмотрим, где они у вас лежат, эти зарядки. Я всегда зарядная. Изначально? А у вас лично какой телефон? Вот этот вот? Еще одна зарядная. Это то, что на простойке же вы интересуетесь. Можете смартфон попробовать. Аннушка, ты сама там подключишь тогда. Заряд пошел. Скажите, а вы даете зарядное устройство гостям к столу или нужно оставлять свои телефоны? Не, мы даем. Сейчас можно взять зарядку, зарядить за столом. Да. Хорошо. Спасибо большое, что показали. Гости с разными гаджетами могут быть спокойными. А сейчас давайте я покажу вам интерьер. Здесь два очень красивых зала. Окна есть и с одной, и со второй стороны, хотя свет приглушенный. На окнах велюровые шторы. На картинах с изображением Ужгорода. Пыли нет. Держится, кстати, хорошо. А еще у каждого стола есть розетка. Очень удобно. Ну, телефон всегда можно зарядить. Или планшет, допустим. На деревянном карнизе пыли нет. Вот такие шторы массивные, тяжелые. Обычно пылесборник. Давайте проверим эту. Ой. От тоби и велюр. Пыли много. Нужно стирать. Ну или пылесосить хотя бы. И робити це регулярно. Спинки у диванов в вараше очень высокие. Можно так присползти чуть. Почти прилечь на этом диване, и соседи сзади вас даже не увидят. Теперь проверим, что здесь в подушках. Чисто. Ни пыли, ни волос. Ну что, под столом? Жвачки тут есть? Стол массивный, деревянный. Натуральное дерево. И жвачек нет, ни одной. Стол протерт, наполирован, и он чист. Я смотрю, что вы тут переживаете больше всех. Что? Что вы убегаете? Что? Ну, а что делать? Спочатку заспокоитесь. Жвачки у вас под столами часто встречаются? Вы знаете, да, несмотря как бы на уровень, да, заведения говорят, что вроде не ходят сюда дети. Бывало такое. У нас вот, например, у официантов штраф 150 гривен, если я найду жвачку. Я хожу, я ищу. Как вы ищете? Так, обычным способом. Так же, как и в воде? Да. Покажите, пожалуйста, вам. Майстер-класс від директора Варош. Залажу, смотрю. Потом я так вот делаю, общупываю. Так, а вы придирчивая, да? Это ваш ресторан? Ну, можно сказать, это мой ресторан, да. Если так брать, да. Как брать? Весь этот ремонт, эти стулья, эти столы, эти скатерти. Лично заказывала я и занималась этим. Поэтому я могу сказать, что это ресторан, это как... Ну, не просто моя работа, это мое любимое детище, да? Я подбирала персонал, я занималась здесь каждой мелочью. Так вы директор или владелица? Ну, я директор. Но считайте, что ресторан ваш. Есть, да, есть владельцы ресторана. Я не владелец ресторана, я директор. А что владельцы думают по поводу того, что это ваш ресторан? Вот они когда узнают, вот тогда мы у них спросим. Для них это будет сюрпризом. Официантам, думаю, не нравится, как вы ищете жвачки. Вообще не нравится. Я, как я их ревизирую, поверьте, я тоже очень пристрастна. А вы их еще и ревизируете? Да, да, да. И я иногда... Я тоже умею одевать белые перчатки. Приходить на кухню
и выносить мозг, если нету стикера. И, ну... Вы любите программу «Ревизор»? Да. Вот я призналась вам. Хотите померить перчатку настоящую «Ревизор»? Мне подарить? А чего нет? Вам да. Ну, давайте. И мы пойдем в другое заведение. А вы хотите конкурентам заглянуть? Нет, я не люблю этого всего. Правильно, краще починати з себе. Боже, мне так, мне кажется, мне прям идеально. По-моему, великоваты чуть-чуть, особенно на мизинце. Я тоже думаю, учитывая, что это перчатки для мужской руки. Видите, вы видите всегда изъяны. А мне вот нравится. Мне подходит. Идемте вот вместе что-нибудь идемте. Проверим тогда. Туалет, например. WC. Сейчас заходите в мужской туалет. Мужской туалет? Да. Захожу. Ну тогда для вас не впервые, идемте. Да. Вы проверяете чистоту в уборных? Проверяю. График уборки есть? У меня каждый день уборка. Давайте проверим. Вот тут на плитке. Чисто. Кнопка слива. Что вы о ней думаете? Отличная кнопка, и чисто. А, отличная, может, она и отличная. Протрите. В камеру надо показать. Чисто. Ревизорская школа. Унитаз. Сиденье протертое. Под крышкой чисто. Ободок чистый. Под ободком пятен никаких нет. Труднодоступные места вытерты. Вода нежно-лазурного цвета. Захотелось во Францию поехать? Не захотелось? На лазурный берег? Нет? Я с унитазами так всегда разговариваю. Я смотрю и вижу. Не было. Пока туда не захотелось. Ничего. Туда нужно хотеть. Туда все хотят. Да. Ёрш паскудит многие туалеты. Ваш слегка побит жизнью, да? Ну, совсем слегка. Ёржею побитый. Ёрш чистый. Мусорное ведро. С педалью. Пакет поменяли, ведро чистое. Туалетная бумага порционная, белая. На держателе чисто. Оформление туалета и предбанника одинаковое. Похоже на новогодний подарок. Полосатые стены, вензеля. По-богатому. Туалетом одновременно могут воспользоваться 4 мужчин. Один зайдет в кабинку, один будет мыть руки, и 2 могут воспользоваться писсуарами. Давайте проверим чистоту. Давайте. Чисто. Чисто. Ален, спасибо большое. Я дальше сам. Мы с вами еще увидимся. Итак, раковина. Зеркало в массивной позолоченной оправе. Оправа чиста. Светильники. Внутри чистые. На дозаторе с мылом или нет. Смеситель на полированном переливе. Обнаружилось немного грязи. Ой, какой напор слабенький. Пена подается автоматически. Руки предлагают мыть только холодной водой. Одноразовые полотенца есть. За санузлом следят. Тут, в принципе, все чисто. Но на перелив рукомойника тоже нужно обратить внимание. Ну что, руки я вымыл. Пойду пробовать еду. Пожалуйста. Кто готовил? Шашлычки. Позовите, пожалуйста, Николая. Як завжди, дегустуємо разом з кухарем. Николай, здравствуйте еще раз. Знаете, почему я вас позвал? Я вас позвал, потому что собираюсь попробовать это блюдо. Нагадуємо, що ми замовляли кручаники з телятини з дарунами. Ваша разработка? Это закарпатская кухня, просто чуть-чуть модернизированная. Что вы модернизировали? Сыр чуть-чуть. Здесь сыр сулугуни и бекончик мы дали. Давайте попробуем. Попробую еще делать.
Мясо нежное, мягкое, не пересушенное. Начинка нежная, сыр сулугуни расплавился, очень вкусный. Дирун. Он напоминает американский хэш-браун. В нем просто тертый картофель, который вы зажарили в масле, и ничего лишнего в нем нет. Лука в нем тоже нет. Вообще лука ничего нет. Я могу сказать одно. Пусть это блюдо противопоказано тем, кто сидит на диете. Тем, у кого высокий уровень холестерина. Ну, черт подери, это же вкусно. Спасибо, Николай. Вам спасибо за то, что похвалили. О, десерт самый вчасно. Угу. Фондан, кофе. Прекрасно. Можно уже готовить счет. Спасибо. Итак, я заказал шоколадний фондан. Фондан – це французький шоколадний десерт з рідкою серединкою. В этом нежном кексе должен быть горячий шоколад, который должен вытекать из него прямо на тарелку. Давайте посмотрим, правильно ли готовят фондан в Варше, в Ужгороде. Ложка входит мягко, нежно и... Теплый шоколад вытекает из оболочки. Именно так это и должно выглядеть. Тарелка, кстати, оформлена очень красиво. Кистью размазали шоколадный топпинг, небольшой шарик мороженого, трубочка и вырезанная виноградка. Спробуем. Фондан очень вкусный. Шоколад внутри теплый, нет огромного количества сахара, что важно. Но это еще не все. Все это время в Вараше находился наш тайный покупатель. Пойдемте к нему и узнаем. Что происходило с ним? Тем более сегодня тайный покупатель у нас необычный. Добрый день, Кирилл. Кирилл, столичный профессиональный сомелье, сегодня выступил в роли нашего тайного покупателя. Кирилл, как дела? Дела отлично, я покушал, все было очень вкусно. Как обслуживали? Обслуживали хорошо, ребята старались, очень понравились белые перчатки на официантах. Кстати, кто был из официантов? Владислав. Владиславу сьогодні пощастило двічі. Обслуживали Кирилла, нашого тайного покупателя. Ну, було допущено кілька ошибок. Во-первых, вино було неправильно презентовано, не проговаривався производитель, год, название вина. Его просто вынесли, открыли, налили мне в бокал, при этом, не дав на пробу, просто налив бокал. И вынесли более дорогое вино, чем то, которое заказал я. Я хотел уточнить по поводу вина, потому что мы остановились все-таки на Кордон Руж с вами. Это, я так понимаю, медок, который чем более дорогой. Да? Вынесли немножко дороже, получается, да, чем то, которое я заказывал? Случайно, действительно случайно. Мы договорились о том, что мне сделают скидку. Как мы из этой ситуации будем выходить? Я не хочу ее возвращать, но абсолютно нормально, да, и с удовольствием его буду пить. Может, сделайте скидку? Сделайте скидку. Да. Хорошо. Договорились. Спасибо. Скажите, что произошло и почему нашему тайному покупателю подали не ту бутылку вина? Вина лежит на нас, поскольку не розгубленість офіціанта чуть-чуть сказалось. Але гість не має платити за розгубленість офіціанта. Ошибки мы всегда берем на себя. Если вынесли более дорогую позицию, мы делаем скидку, эквивалентную тому, чтобы человек заплатил. Заплатил сумму за бутылку, которая стоила меньше. Да, так. Да, да, да. По цене, на которую человек рассчитывал. Директор врятувала ситуацию. Спасибо. Кирилл, спасибо огромное, за что помогли нам сегодня, были нашим тайным покупателем. И помните про мой счет и счет нашего тайного покупателя. Тоже принесите мне за стол. Мой счет за крученики, суфле и эспрессо 197 гривен. В счете у нашего тайного покупателя скидка 75 гривен. Ну, скидка 10% – это максимальная скидка, что мы можем сделать. Итого общий счет 1352 гривны 90 копеек.
Это была очень долгая ревизия. Впечатлений у нас очень много. Думаю, совещание с командой будет тоже очень длинным. Ревизор проверил ресторан «Варош» в Ужгороде. Экстерьер. Ресторан занимает третий этаж здания в самом центре города по адресу площадь Петефи, 24-26. Интерьер. Много дерева, высокие бархатные диваны, массивные шторы им в тон, хрустальные люстры, столы засервированы. На потолке, на стенном барельефе и на картинах обыграно название ресторана «Варош», что на венгерском означает «город». Цены. Мой счет за крученики, шоколадное суфле и эспрессо – 197 гривен. Счет нашего эксперта-сомелье – 675 гривен 90 копеек. Можно расплатиться карточкой. Чистота. Туалет ресторана практически идеально чистый. Я нашел немного грязи только в переливе раковины. В зале убирают тоже хорошо. Но массивные шторы нужно стирать чаще. В них скапливается слишком много пыли. А теперь кухня. Кухня у вас профессиональная и просторная. Вы за ней ухаживаете. Вы на ней убираете. Рабочие поверхности чистые, пыли нет нигде. Но в вытяжке над плитой я нашел остатки жира. А в вытяжке над хоспером много сажи. Она разлетается по всей кухне и может попасть в еду. На вашей кухне много холодильников. И есть все возможности соблюдать правильное товарное соседство. Но вам это удается не всегда. Нарезанный кабачок нельзя хранить открытым рядом с грязными грибами. А овощам, зелени, консервам не место на одной полке. Продукты вы маркируете, но делаете это почему-то избирательно. Обслуживание. Официант Владислав разбирается в меню, но по-английски мне не смог ничего объяснить. Сегодня тайным покупателем был столичный сомелье Кирилл. Он заказал бутылку французского вина. Ему подали другое вино по более высокой цене. Это ошибка официанта. Но вы ее исправили, еще не зная, что это наш тайный покупатель. И предложили Кириллу оплатить дорогое вино по цене заказанного. Я пробовал еду. У вас вкусно. Да, вы наделали ошибок во время ревизии. Но ваша готовность их исправлять радует. Я понимаю, что это выглядит авансом. Но вы нам понравились. Вы не подведете? Нет, в любом случае. Вы будете стараться? Да. И будем учить английский. Хорошо. Тогда я рад сказать это. Ревизор рекомендует ресторан «Варош» в Ужгороде.